Добрый вечер. Меня зовут Симон Мацкипришвили. Я кардиолог. Я не спортивный врач. Я лечу людей от страшных и тяжелых заболеваний. Поэтому сегодня мое второе, как это, второе пришествие, скажем так. Да? И в первый раз мы обсуждали какие-то вещи, связанные с сердцем, сердечно-сосудистой системой, с кардиологией. И как я потом узнал, это вызвало большой интерес. В какой-то части нездоровый, в какой-то части здоровый. Обсуждение того, что я сказал. Я долго думал о том, что я буду говорить сегодня. Ничего особенного не придумал. У меня есть список вопросов, которые Максим мне прислал. Я постараюсь ответить на них. Ну и, конечно, на ваши вопросы, которые могут быть любыми. То есть касаться всего, что угодно. Определение нагрузки, их влияние на здоровье, сердце и секс, сердце и алкоголь. Сердце, выборы в Государственную Думу, сердце и цены на нефть, да, такое. Вот. Ну, последние два пункта мы оставим. Вот. И часто встречающиеся патологии, их влияние на возможности занятия спортом. Да, интересный список. Мы это все обсудим. Может, какие-то есть вот горящие вопросы, как говорят, чтобы как для затравки их задали, ответили, а потом уж... я вижу... Много людей, которые уже были. Я вижу людей, которые пришли в первый раз. Заново рисовать и объяснять, я думаю, смысла нету. Если есть, скажите, я могу все нарисовать еще раз, объяснить, зачем нам нужно сердце и что такое жить без сердца. Да? Вот какой-то горящий вопрос вижу по глазам. Полумарафон на пульсе 180, хорошо или плохо? То есть постоянно пульс 180? Если вы хотите тещу свою подготовить, то для тещи это... В самый раз 180, и в конце уже реанимация, и, значит, к нам. Я в прошлый раз сказал, я не спортивный врач, я кардиолог. И у спортивных врачей или у, скажем так, спортивных кардиологов и у неспортивных кардиологов разные задачи. И это очень важно понимать, потому что спортивный врач готовит человека к нагрузкам. Иногда это экстремальные нагрузки, иногда это предельные нагрузки. И его задача в этом смысле, чтобы этот человек выиграл. Чтобы он пришел первым или вторым, чтобы он получил медаль, кубок. Ну и со всеми вытекающими из этого последствиями, хорошими для этого человека, соответственно, опосредованно для этого врача. У нас задача немножко другая, потому что в России 56% смертности обусловлено заболеванием сердечно-сосудистой системы. Мы часто говорим, что все боятся умереть от рака, но умирают, в конце концов, от заболеваний сердца или чего-то связанного с сердечно-сосудистой системой. То есть 56% — это сердце и сосуды, а 44% — это рак, эндокринология, инфекционные заболевания, травмы, суициды и так далее. Чтобы вы понимали. Поэтому для нас главное, чтобы человек был здоров и максимально в этом состоянии оставался. Как мы знаем, здоровье — это не отсутствие болезни, а здоровье — это состояние полного физического, эмоционального и социального благополучия. И вот в это благополучие, конечно, входит и возможность занятия спортом, и возможность переносить какие-то нагрузки. Вот так вот длинно я отвечаю на ваш вопрос. Поэтому 180 пульс, конечно, для людей не свойственен. У мышки в покое пульс 300. Чем меньше животное, тем больше у него пульс. Вот у мышек пульс 300 в покое, а когда мы мышек в эксперименте оперируем мы их на работающем сердце, у них пульс подскакивает до 500. Вот мы это сердце размером 5 мм должны оперировать. У кита пульс 7. То есть он... Да. Потому что ему достаточно, он за одно сокращение... Диаметр аорты у кита такой, что там может человек стоять. Это главный сосуд, который выходит из сердца. Поэтому чем меньше животное, тем чаще у него... Тем выше у него частота сокращений. Пульс 180 для нас не свойственен, поскольку за это время... За время расслабления сердце не успевает отдохнуть, оно должно отдыхать, и оно не успевает в полной мере наполниться кровью, чтобы эту кровь дальше перебросить во весь остальной организм. Поскольку полумарафон — это не 5 минут и не 10 минут, и даже не полчаса, ну, полтора часа с пульсом 180. Я приведу простой пример. Есть состояние, я, по-моему, рассказывал в прошлый раз, которое называется желудочковая тахикардия. Это нарушение ритма, когда вдруг у человека сердце начинает биться с частотой 150 и выше. Это может быть 180, 200, 220. У 220 обычно люди теряют сознание. Вот 150, 170 еще человек может терпеть. 180 частота ритма. Человек себя чувствует очень плохо, и минут через 10 он теряет сознание, поскольку нет выброса крови.
Это раз. Второе, у таких людей мы в крови обнаруживаем продукты, которые свидетельствуют о том, что есть повреждение сердечной мышцы. Определенные белки выходят в кровь, мы их называем тропонины, самые чувствительные для кардиомиоцитов, для клеток сердца белки. Мы их в крови обнаруживаем, в норме их в крови нету. Их концентрация равна нулю. Поэтому, если человек не тренирован, и он побежал с частотой 120, во-первых, 180, во-первых, он далеко не убежит. Но если человек действительно тренирован, и у него сердечная мышца готова к этому, все-таки это не безразлично для сердца. И мы знаем, что физические нагрузки не делают экстремальные физические нагрузки, не делают человека здоровыми. И все спортсмены, особенно спортсмены высоких достижений, в какой-то мере являются немножко больными людьми. То есть они здоровы, пока они в бизнесе, скажем так. Но когда они заканчивают, и вот этот период выхода из спорта тоже очень важен, тем не менее, часто у них обнаруживаются какие-то серьезные заболевания. Особенно у бегунов это могут быть не только сердечно-сосудистые, у них с суставами часто проблемы, с коленными суставами, с позвоночником, с тазобедренными суставами. Так что пробежать полумарафон на пульсе 180 можно, но я бы, как кардиолог, не сказал, что это совершенно безопасно, особенно если это делать сразу. Если вы к этому готовитесь, сердце к этому будет как-то готово, определенные механизмы компенсаторные в нем происходят, и, безусловно, риск что-то серьезно повредить будет меньше. Однако у всех марафонцев, мы знаем, в конце дистанции повышаются вот эти кардиоспецифические белки и так далее, и так далее. Вот так. Я не знаю, я вас расстроил или не расстроил. Просто можно бежать с пульсом 179, и это будет, наверное... Это нормально? Да. У всех спортсменов один из элементов понта – это пульс покоя. Обычно я видел спортсменов с пульсом 30. Серьезно, в покое. Я могу так сказать, что у нас у всех, если мы здоровы, я вижу, что здесь все здоровы, когда мы спим, и у нас нет источника внешних раздражений, когда это царство вагуса, блуждающего нерва во время сна, у нас у большинства будет пульс в районе 45-50, когда мы спим. Да, и это абсолютно нормальный пульс. Потому что организму больше крови не требуется. То есть организм — это такая очень-очень сложная и безумно сложная система, очень хитро настроенная, и он всегда знает, что ему нужно. И всегда пытается каким-то образом это скомпенсировать. Я вас вижу. Поэтому если организму хватает пульса 45, ему нет смысла делать так, чтобы пульс был 50 и расходовать лишнюю энергию. Потому что каждый лишний удар сердца — это больше потребностей в кислороде, в глюкозе, в каких-то других веществах и так далее. Поэтому если пульс в покое 45, значит, спортсмену этого достаточно. Значит, он компенсирует силой сокращения вот эту маленькую частоту. Мы нетренированные, я про себя говорю, нетренированные люди компенсируем частотой. Да. То есть пониженный пульс не вреден для организма? У меня просто пониженный, мне врач диагностировал брадикардию. Брадикардия, да. В переводе с греческого, это редкий пульс. Это частый пульс. Нет, чтобы люди же многие не понимают, это на самом деле очень большая проблема. К сожалению, сегодня мы, наконец, в этом смысле тоже стали капиталистической страной, медицина потихоньку становится бизнесом. И врачам надо как-то выживать. Поскольку государство нам не позволяет выживать, то многие врачи выживают через пациентов. То есть они не зарабатывают деньги, а вот именно выживают благодаря пациентам. И у нас есть огромное количество терминов, которые мы можем пациента напугать, сказать: «О, у тебя брадикардия». И все. А пациент же не знает, что такое брадикардия. Звучит страшно. Брадикардия. Брадикардия — это нормально, если у вас не 20, не 30. Было такое интересное исследование, называлось «Фремингемское исследование», когда маленький городок в США, Фремингем, где люди жили, вот эта популяция много лет жила на одном месте, и практически не было никакой миграции. Вот этих людей исследовали в течение огромного количества лет, несколько десятков лет. И большинство статистических данных, которыми мы пользуемся, основаны на результатах этого фремингемского исследования. И в том числе было изучено продолжительность жизни в зависимости от частоты сокращения сердца в покое. И было показано, что чем больше ЧСС, частота сердечных сокращений в покое, тем меньше человек живет. А чем она меньше, тем он больше живет.
Это не значит, что при частоте 5 он будет жить 150 лет, но, в принципе, вот частота 90 в покое и частота 60 в покое — это совершенно разная продолжительность жизни, потому что это отражает какие-то внутренние процессы, которые заставляют сердце работать на износ, скажем так, на большой частоте. Вот там был вопрос. Человек долго-долго держал руку. Сердце очень часто сравнивают с мотором. Есть ли связь между составом крови и поломками сердца? Ну, во-первых, да, сердце — это мотор. Главное, да, мы знаем, что сердце — это место, где у нас душа, а сердце — это место для любви и так далее, и так далее. Но на самом деле сердце, с точки зрения медицины, это мотор, у кого-то пламенный, у кого-то не очень, который всю жизнь работает и перекачивает огромное количество крови. Миллионы литров крови перекачивает сердце за человеческую жизнь, при этом сокращается тоже много миллионов раз. И не останавливается, и не устает. Да? Вот при средних сокращениях 60 раз в минуту вы можете посчитать, сколько раз за 100 лет, ну, скажем, ну, хорошо, за 60 лет сердце у человека будет сокращаться и расслабляться. Значит, мотор — это не только, собственно, мотор и бензин. В моторе есть клапаны, мы знаем, и цилиндры. Сердце устроено почти так же. Там есть цилиндры и клапаны. Поршней нету, в моторе происходит, если говорим про ДВС, про двигатель внутреннего сгорания, происходит сгорание горючей смеси, в сердце перекачивает кровь. А вот, собственно, вот это сгорание горючей смеси происходит в стенках сердца, в миокардах, где, образно говоря, жирные кислоты и глюкоза окисляются, превращаются в углекислый газ и воду, и при этом выделяется огромное количество энергии. Сердце живет на молекуле, которая называется АТФ, аденозин-трифосфорная кислота. Это очень простое химическое соединение, но это основной источник энергии для нашего организма. И вот сердце человека средних размеров, как я и вы, размером с кулак, как мы говорим, и весом около 300 грамм, в день синтезирует и разрушает 30 килограмм АТФ. Чтобы вы представляли, это миллиарды, это триллионы молекул АТФ. То есть сердце обычного человека в день синтезирует и разрушает 30 килограмм аденозин-трифосфорной кислоты. При том, что молекула маленькая, почти ничего не весит, чтобы вы представляли, какое количество этих молекул она синтезирует и разрушает. А? Лишний вес получается. Но это синтезирует и разрушает. Этот процесс происходит непрерывно. Вот. Так что, действительно, если, допустим, в крови, которая притекает к сердцу, нету того, из чего оно может синтезировать АТФ, например, мы не говорим про ту кровь, которую сердце перекачивает. Это просто нагрузка для него. Например, нет кислорода. Почему может не быть кислорода? Если вас кто-то душит, например, да? Или если вы надышались... Нет, ну серьезно. Или вы надышались угарным газом, а угарный газ связывается... А у нас очень много угарного газа в атмосфере. Он связывается с гемоглобином и препятствует переносу гемоглобином кислорода. Или, допустим, есть люди, у которых есть такое состояние, которое мы называем анемия или малокровие. У них маленькое количество, низкое количество гемоглобина. Соответственно, нечему переносить кислород. Или у человека заболевание легких, и поэтому он не может полноценно вдыхать воздух, и этот воздух не может из легких попадать в кровь. Вот это одна из причин, почему в бензине, о котором вы говорите, а бензин для сердца — это кровь, которая протекает в коронарных артериях, нет чего-то, что позволяет сердцу нормально работать. Ну, главная проблема, конечно, это ишемическая болезнь сердца, от которой умирает большинство людей. Это просто сужение в артериях, которые питают сердце. И в крови может быть нормальное количество гемоглобина, кислорода и всех остальных питательных веществ, но эта кровь просто не может дойти до сердца, чтобы питать эту сердечную мышцу тем, что ей необходимо. Потому что многие люди думают, сердце, перекачивая кровь, питается этой кровью. Сердце не питается этой кровью, которую перекачивает. Есть отдельные артерии, я их рисовал в прошлый раз, которые отходят от аорты сразу после того, как аорта отходит от сердца, и возвращают эту чистую оксигенированную кровь обратно к миокарду. Они расположены как корона вокруг сердца или как венец, поэтому называются коронарные или венечные, что одно и то же. И вот ишемическая болезнь сердца, у которой множество причин, чаще всего связано с тем, что вот в этих артериях откладываются бляшки атеросклеротические из-за того, что мы ведем неправильный образ жизни, не бегаем полумарафон, значит, кушаем жирную пищу, курим, употребляем недостаточное количество алкоголя и так далее. И так далее. Я не оговорился, да.
Нет, размер коронарных сосудов увеличить очень сложно. Все сосуды в человеческом организме в нормальном, спокойном состоянии сужены под влиянием симпатической нервной системы. У нас симпатическая нервная система и парасимпатическая, которые противоположны друг другу по эффектам. И симпатическая нервная система выделяет определенные гормоны, главный из которых — это адреналин. И эти гормоны держат все сосуды человеческого организма в немножко суженном или спазмированном состоянии. Для того, чтобы при необходимости эти артерии могли расшириться, расслабиться и обеспечить увеличенное количество крови, притекающее к любому органу. Это может быть голова, это происходит в кишечнике после еды, чтобы увеличить приток крови в кишечнике, в головном мозге, когда мы думаем, печень, почки, мышцы и так далее. Но вот больше, чем заложено, артерия расшириться не может, если мы ее искусственно как-то не расширим. Циркулярный объем крови во время бега увеличивается в 4 раза. Ну, может даже и в 10 раз увеличится. Вот, то есть вот это увеличение циркулярного объема крови расширяется или нет? За счет чего? За счет увеличения циркулярного объема крови. Нет, происходит наоборот. Объем циркулирующей крови, мы это так называем, увеличивается именно потому, что сосуды имеют возможность расширяться. То есть, если сосуды не расширятся, а сердце будет выбрасывать то же количество крови, то у человека, вот представляете, в замкнутую систему насос подает жидкость под давлением, под большим давлением, или подает больше жидкости. Кровь — это жидкость. Жидкости, как мы знаем из физики, они не сжимаемы, ну или очень мало сжимаемы. Поэтому либо разорвет, либо давление поднимет. Ну, сначала давление подскочит, а потом уже разорвет где-то. Соответственно, сосуды должны быть эластичные. И регулярные физические тренировки увеличивают эластичность сосудов и возможность их расширяться при необходимости, соответственно, избежать чрезмерного повышения артериального давления и обеспечивать нормальный объем циркулирующей крови при нагрузке. А коронарные сосуды тоже становятся эластичными? От чего? От бега. Все сосуды. Значит, хорошо. Вы хотите, чтобы я был врачом? Я буду врачом. Так вот, что вы хотели спросить. Да, я в чем суть оздоровительного эффекта бега? Бега как бега или любых физических нагрузок? Циклических. В данном случае мы говорим о том, что действительно увеличивает. То есть разговор-то о чем идет? Если вы занимаетесь кардио, да, это никак нельзя назвать, да? Вот, или аэробикой, да, вот, то у вас увеличивается циркулярный объем крови, у вас улучшается капиллярная сетка, сосуды становятся больше, сосуды становятся эластичнее, у вас эти хореластические блямбы никуда не попадут, еще не будет, вы будете жить вечно. Так или не так? Вы так хорошо сказали, что я сейчас побегу и убегу просто. Немножко физиологии тогда вам расскажу. Значит, вот этот объем циркулирующей крови, значит, назовем его ОЦК, да? Мы его так называем, объем циркулирующей крови, или минутный объем. То есть это объем, который перекачивает сердце в минуту. Это произведение ударного объема, то есть количество крови, которое выбрасывается за одно сокращение сердца, на частоту сердечных сокращений. Все очень просто. И в покое, опять же, у человека средних размеров, и если у него нет каких-то патологий, это примерно 5-5,5 литров в минуту. Соответственно, если у человека ЧСС 50, у него ударный объем должен быть 100 для того, чтобы получить 5 литров. Если у него ЧСС, скажем, 60, то у него ударный объем будет где-то, там, я не знаю, 78-80, да? Главное, ой, здесь 5,5, не 5,1, а 5,5, да, но неважно. Значит, при нагрузке этого количества хватает, чтобы кровоснабдить головной мозг. Это самый главный орган, как считает организм. Мы знаем, что это не так. Многие люди живут без головного мозга. Вот. Само сердце, внутренние органы, мышцы и так далее. Когда увеличивается потребность в кислороде, организм всегда это знает. Например, если мы бежим, то очень быстро меняется положение тела в пространстве. И барорецепторы, которые у нас в среднем ухе, они чувствуют это
И, соответственно, они дают сигнал организму, что, наверное, человек куда-то бежит или занимается какой-то физической активностью, значит, ему нужно больше крови. Да? Для этого в кровь даже может не попасть еще ничего из того, о чем я скажу дальше. Если мы никуда не бежим и просто сидим и поднимаем гантели, то потихоньку в крови начинают накапливаться продукты распада, скажем, глюкоза, молочная кислота, какие-то другие вещества, повышается концентрация углекислого газа, поскольку мы чаще, больше расщепляем глюкозу. И опять же, это сигнал о том, что, наверное, где-то что-то человек каким-то органом делает. И опять же, это сигнал, что надо увеличить объем циркулирующей крови. Если мы сидим просто и смотрим на симпатичную девушку, у нас тоже повышается потребность миокарда в кислороде, при этом у нас нет физической активности пока. И это тоже сигнал головному мозгу, это уже через адреналин, что надо повысить. Значит, как мы можем повысить ОЦК, говоря о серьезных вещах? Либо увеличить ударный объем, либо увеличить частоту сердечных сокращений. Значит, переведя это на такой простой язык, вам надо 500 кирпичей перенести из пункта А в пункт Б. Если вы не тренированный человек, и вы не можете поднять больше 10 кирпичей, вы взяли 10 кирпичей, понесли, пришли обратно, вам понадобится 50 раз. Если вы немножко потренировались, вы можете взять 25 кирпичей без каких-то особых последствий. И вам на это потребуется не, там, сколько я сказал, 50-25, значит, меньшее количество походов туда-обратно. Если вы можете за раз взять 100 кирпичей, то вы очень тренированный человек, вы сходите всего 5 раз. И при этом большая часть энергии расходится именно на то, чтобы пойти туда-сюда, а не то, чтобы поднять эти кирпичи, поскольку вы тренированы, вам легко их поднять. Соответственно, если человек тренирован, у него ударный объем потихоньку начинает расти. И когда он в состоянии покоя, для того, чтобы получить эти 5 литров, ему не нужно сердцу, у него ударный объем в покое уже будет не 50-70, как у нас, у него будет 100-120 миллилитров. Соответственно, чтобы получить 5 литров, ему не надо, этому сердцу не надо сокращаться 50-60 раз в минуту. Ему достаточно 30-40 раз. Вот почему у спортсменов, у тренированных людей в покое меньшая частота. Но как только потребность в кислороде возрастает, и как только есть необходимость увеличить объем циркулирующей крови, эти люди, во-первых, могут сразу увеличить силу сокращений, а мы этого сделать не можем. Я про себя говорю. Нетренированные люди этого сделать не могут, поскольку они не привыкшие к такой физической нагрузке. Единственным способом быстрого увеличения объема циркулирующей крови является резкое увеличение частоты сердечных сокращений. Это не избавит от ишемической болезни сердца, это не допустит развития ишемической болезни. Если ишемическая болезнь сердца началась, то сегодня у мировой науки практически нет никаких способов ее остановить. Многие делают знак равенства между ишемической болезнью сердца и атеросклерозом. Это не одно и то же. Атеросклероз начинается с рождения буквально. Да? Холестерин начинает пропитывать, к сожалению, наши сосуды. Мы не можем жить без холестерина. Существовать без холестерина человек не может, поскольку он входит в состав всех клеточных мембран. Его очень много в нервной ткани. Были даже исследования, когда пациентам искусственно снижали очень сильно концентрацию холестерина. У них были всякие неврологические нарушения, вплоть до суицидальных попыток и так далее, и так далее. Холестерин нам нужен. Но он нужен в определенном количестве, да, вот как сахар. У нас в крови обязательно должна быть какая-то концентрация глюкозы. Сахар — это глюкоза. Если она больше, это сахарный диабет. Если она меньше, такое тоже бывает. Это гипогликемия, тоже ничего хорошего. Довольно серьезное, тяжелое состояние. Это же касается и холестерина. Просто если у человека диабет, это видно сразу, он себя сразу плохо чувствует. Если гипогликемия, он сразу себя плохо чувствует. А если высокий холестерин, он этого никак не чувствует. И этот холестерин начинает пропитывать, грубо говоря, осаждается из крови в разных местах. Но где он может осадиться, если он в крови? В стенках сосудов, поскольку кровь в сосудах, но начинается атеросклероз, растут бляшки. Вот. Но опять же, это все не так просто. Есть люди, у которых крайне высокая концентрация холестерина, но у них нет ни одной бляшки. Есть люди, у которых нормальный холестерин, у них тяжелый атеросклероз. Это очень сложный процесс, до конца не изученный, мы изучаем. Очень много исследований по этому поводу. Но вот победить его мы пока не можем. Сейчас есть новые препараты, моноклональные антитела к рецепторам, в общем, целая история. Но пока мы пытаемся за ним угнаться, но вот догнать, обогнать и обрубить не можем. Так вот, если у человека нормальные артерии, они эластичны, соответственно, когда объем циркулирующей крови в покое, если ударный объем из 70 стал 100,
и частота сердечных сокращений стала тоже 100, то есть это не так много, то у него уже 10 литров получается объем циркулирующей крови, и сосуды должны быть готовы эту кровь принять. Если они его не примут, то значит, давление из 120 станет 220, и какой-нибудь сосуд лопнет в головном мозге, например, это закончится плохо, да, или совсем плохо. Поэтому вот эти регулярные тренировки помогают сосудам очень быстро находить необходимый свой диаметр, они тренируют их тонус. Соответственно, они тренируют еще нервную систему, которая гораздо быстрее говорит всему организму, что надо снять вот этот спазм, либо надо, наоборот, какие-то сосуды сузить. Потому что, когда мы бежим, кровь оттекает от внутренних органов, от печени, от почек, от кишечника, и большая часть крови идет в мышцы, потому что мышцам нужна эта энергия. Также, когда мы думаем, очень много крови идет в голову. Когда мы кушаем, вся кровь идет в основном в кишечник, чтобы продукты всасывания пищи, ну, обработанные уже нашими внутренними соками, их забрать, отфильтровать в печень и разнести по всему организму. Поэтому мы говорим, что очень плохо плотно поесть и потом заниматься физической активностью, поскольку кишечник требует сразу много крови, и печень требует много крови. И тут еще мы мышцам хотим дать много крови. Там, как говорится, Додик может все, Додик не может все сразу. Значит, примерно да, такая же ситуация. Так что регулярные физические тренировки, конечно, они, кроме того, что они нормализуют и состав крови, тот бензин, про который вы говорили, они, конечно, положительно влияют на тонус сосудов, сосуды становятся мягче, эластичнее, и гораздо меньше вероятность, что у такого человека будет развиваться какое-то поражение коронарных артерий или каких-то других артерий. Есть еще очень важный момент касательно сосудов. Все сосуды изнутри покрыты одним слоем клеток. Они называются эндотелиальные клетки, которые, во-первых, создают барьер между кровью и всем остальным организмом. Часто этот барьер проницаемый. В некоторых местах, например, в голове он непроницаемый. Есть гематоэнцефалический барьер. То есть в головном мозге практически ничего, кроме глюкозы, кислорода и там пару еще соединений, не может пройти через этот эндотелиальный слой и все, что за ним, и попасть в головной мозг. Довольно сложно, там такой барьер. Эндотелий. Я могу больше... Видно сзади? Да, эндотелий. Это эндотелиальные клетки. Эндотелий — это, собственно, внутренний слой сосудов, а эндотелиальные клетки — это клетки, из которых этот слой состоит. Слой толщиной в одну клетку. Всего. И это эндотелиальных клеток в организме человека 3 килограмма. То есть вот если все клетки собрать со всех сосудов, получится 3 килограмма этих клеток. Это самый большой эндокринный орган. Эндотелиальные клетки выделяют огромное количество различных гормонов. Часть из них разносится с кровотоком, часть из них действует сразу на месте выделения. Но эндотелий защищает сосуды, в том числе от холестерина. Он не пускает холестерин внутрь, поскольку холестерин не налипает на стенку сосуда, как многие думают, что это как, допустим, накид в чайнике. Нет, для того, чтобы бляшка выросла, холестерин должен пролезть между эндотелиальными клетками, то есть вот сосуд, там много слоев, 3 слоя, значит, ну и в конце вот здесь вот так в ряд стоят эндотелиальные клетки, между которыми есть очень небольшие промежутки, но они практически непроницаемы для таких огромных молекул, как холестерин. И вот если есть какое-то повреждение эндотелиального слоя, либо есть нарушение функции эндотелиального слоя, и именно эндотелий обеспечивает изменение диаметра сосудов в покое и при нагрузке, то холестерин начинает попадать, если его много, начинает попадать, тоже я рисую упрощенную модель, в стенку сосудов. И в стенке сосуда он захватывается другими клетками, значит, начинает развиваться воспаление, эти клетки поглощают холестерин, они увеличиваются в размере и начинает расти бляшка. Всегда бляшка на стенке сосуда. Это не просто прилипший холестерин, как, допустим, соль. Если вы много соли насыпали в чай, это не осадок, а это что-то происходящее в стенке сосудов. Поэтому функция эндотелия очень важна. Она определяет как раз возможность сосудов расширяться и сужаться при необходимости. И, например, эректильная дисфункция, мы будем говорить сегодня про... А вы еще не поговорили? Нет, нет. Я успел. Вопрос номер один заявлен. Да. Эректильная дисфункция... Или импотенция, да, как мы говорим, у мужчин, например, эректильная дисфункция... Она является проявлением эндотелиальной дисфункции. Потому что сосуды везде одинаковые.
Но я не хочу сразу забегать вперед. Но, в общем, я что хочу сказать. Физическая активность и вот регулярные физические нагрузки очень положительно влияют на функцию эндотелия. Они сохраняют целостность эндотелиального слоя и его способность регулировать тонус сосуда. В этом смысле их полезность, она очень высока. Так что да, физические нагрузки очень полезны, только надо правильно выбирать а. вид физической нагрузки и б. интенсивность, регулярность и так далее. С точки зрения кардиологии самый главный показатель – это регулярность. То есть для нас не важны суперэкстремальные нагрузки раз в месяц или ну, какие-то совсем там нагрузки, типа перелистывание, не знаю, страницы в айпаде. Вот. Для нас пальцу, конечно, да. Книга — это уже 2 калории, а айпад — 1 калория. Вот для нас важна регулярность. И как мы говорим, можно просто ходить вокруг дома, но делать это регулярно — это гораздо полезнее, чем раз в месяц там, я не знаю, добегать до Питера и возвращаться обратно. А регулярность у вас каким-то образом классифицируется? Ну, желательно каждый день. Хотя в рекомендациях написано не меньше 4 раз в неделю ходьба быстрым шагом. С точки зрения кардиологии, опять же, мы пациентам рекомендуем нагрузки, которые, во-первых, легко выполнять. Самый идеальный вид нагрузки – это плавание в бассейне. Но это не для всех просто, это процедура, значит, выбрать бассейн, поехать, потом не простудиться, доехать домой и так далее. Поэтому самый хороший вид нагрузки – ходьба. Мы говорим, что ходьба – это самая лучшая таблетка, которую может пациент принимать. И вот ходьба быстрым шагом не менее 4 раз в неделю. В рекомендациях написано 30-45 минут, но мы говорим по настроению. Но опять же, ну да, плохая погода, человек может выйти и обратно зайти через 20 минут, а хорошая погода, он может какую-то музыку слушать приятную, быть с приятным человеком, может ходить целый день. Главное, чтобы в голове не было вот этой мысли, что вот я не выполнил норму или я перевыполнил норму. Норм никаких нету. Возвращаясь к кардиологии, очень важно, да, вот мы говорили уже про врачей, что врачи не все хорошие. Еще проблема в том, что сегодня врачи не разговаривают с пациентами. Да, врачи многие лечат не людей, они лечат анализы крови, они лечат кардиограмму, рентген и так далее. И вообще мы говорим, что пациенты – это назойливые люди, которые мешают врачу работать с документами. Есть такое выражение. Вот. Врачи не разговаривают с пациентами. Это очень большая проблема. И вот когда мы будем говорить про вот самую интересную тему, поскольку эректильная дисфункция сегодня – это не только урологическая, а это большей частью кардиологическая проблема, а кардиологи в большей своей части – это врачи женского пола, они стесняются разговаривать с пациентом на эту тему, пациенты стесняются говорить доктору о том, что у них есть какие-то проблемы. Вот. А эректильная дисфункция может предшествовать инфаркту с периодом в 5-6 лет. Если у пациента есть эректильная дисфункция, то очень большая вероятность, что через 5-6 лет у него будет серьезное сердечно-сосудистое заболевание. И выясняя вот эту проблему, мы можем предотвратить какие-то гораздо более серьезные и угрожающие для здоровья, во всяком случае, вещи. И говоря про ходьбу, я должен рассказать один анекдот, я его очень люблю. Врач говорит пациенту: вы должны ходить каждый день. Все, идите, позвоните мне каждый день 10 километров. Все, идите, позвоните мне через месяц. Пациент звонит через месяц и говорит: доктор, я в 300 километрах от Москвы, куда идти дальше? Куда идти дальше? Можно вопрос про ходьбу? Да. Если достаточно здоровый человек, он ходит и не быстро, например, слушая музыку с приятным собеседником, то у него пульс, наверное, сильно не возрастает. Да. Ну, то есть, я думаю, там 90, да, может быть. Ну, может почти не измениться. Ну, да. Это же получается не уже, ну, то есть не прямо ровная какая-то. Да, я согласен полностью. Вот написано, что ходьба быстрым шагом. То есть мы должны какую-то нагрузку давать. Какую-то нагрузку. Да, то есть это должно быть преодоление чего-то. Это не просто гуляние, это именно ходьба. Но, опять же, многие пациенты говорят: я доктор, я строитель, и я на стройке целый день прохожу по 20 километров и на 10 этаж без лифта поднимаюсь, опускаюсь и по этажам. Значит, эта ходьба не считается за полезную для сердца ходьбу, поскольку в это время мозг занят у него другим. Объяснить строителям другим, что они не правы, да, на русском языке, значит, или поговорить с шефом, ну, как-то так. Значит, ходьба... Специальная активность. Абсолютно. Человек должен быть правильно одет, правильно обут,
он должен быть настроен на то, что вот он идет для того, чтобы быть здоровым, он должен ходить именно для этого. Это отдельная медицинская процедура, скажем так. То есть вот то, что я хожу на работу 5 километров в одну сторону и домой, опять же, это не считается за ходьбу полезную для здоровья. А бег еще врачи не рекомендуют? Ну, Бег трусцой, в принципе, понимаете, бег, кроме того, что он тренирует сердечную систему, он нагружает позвоночник и суставы. А поскольку поскольку большая часть наших пациентов, к сожалению, молодеет, но все-таки пока за, скажем, 60 лет, хотя у нас есть пациенты, которых мы оперируем в 25 и в 30 лет, то для них бегать трусцой немножко сложно еще. И мы понимаем, что они могут пробежаться, но у них очень быстро подскочит частота, и они будут вынуждены, они вспотеют, они будут вынуждены остановиться. Для нас гораздо важнее, чтобы они, для нас время важнее, чем, собственно, нагрузка. Поэтому, если они бегают трусцой, никаких проблем, если суставы позволяют, никаких проблем в этом нету, но ходить они могут больше. Еще очень полезная нагрузка – это велосипед или велоэргометр. И вот в плане нагрузки, я еще что хотел сказать, мы рекомендуем ту нагрузку, которую пациент может выполнять максимально долго, ну, практически там, всю свою жизнь. Да, бегать марафон, поднимать железки в спортзале, я не знаю, делать что-то еще очень сложное, непросто. После того, как человеку исполнилось 80-85 лет, 90 лет. А ходить, в принципе, если нет особых проблем с суставами, человек может всегда или на улице, или купить себе беговую дорожку, ну или крутить велосипед. Поэтому ходьба считается такой глобальной и очень полезной, не имеющей противопоказаний таблеткой. Охлаждается корректно. И как вообще сердце на... Чем быстрее вы бежите, знаете этот анекдот, да, у вас воздух. Да, пока вы не замерзаете и не падаете. Да. Значит, что происходит во время интенсивной физической активности? Во время интенсивной физической активности организм, мышцы, мышечная масса – это основная масса нашего организма. У всех по-разному, у кого-то еще жирок, но вот в норме это должна быть мышечная масса. Она в огромном количестве расщепляет глюкозу, используя кислород, и образует продукты распада, и, соответственно, огромное количество энергии, эта энергия распадается, синтезируется, распадается, синтезируется. Что при этом происходит? Мы начинали с двигателя. Что происходит с двигателем на высоких оборотах? Он нагревается. Поэтому во время физической активности организм очень сильно нагревается внутри. Мы знаем, что гепард, самое быстрое животное, не может бежать больше, чем 40-50 секунд, иначе он просто умрет от того, что у него температура подскочит до 42 градусов, и все белки в организме начнут коагулироваться. Конечно, они, ну, собаки могут чуть больше, они медленнее бегут, но в принципе вот, они не могут бежать долго, потому что у них очень слабые механизмы отвода тепла. У них язык, насколько я знаю, теплообмен. Да, поэтому они, да. Значит, у многих людей тоже язык тепла. Вот. Но первое, что происходит, организм очень сильно нагревается, ему обязательно это тепло надо отдать. Как мы можем отдавать тепло? Самый главный механизм – это потение. Поэтому, когда мы бежим, мы потеем, у нас выходит пот, пот испаряется, охлаждает кожу, охлаждает сосуды, которые расположены под кожей, соответственно, кровь, и это немножко более прохладная кровь, затем идет внутрь и охлаждает внутренние органы. Это один механизм. Второй механизм – это через частое дыхание. Температура человеческого организма в принципе, всегда ниже, чем температура окружающего воздуха. Если мы не бегаем в Дубае, ну, конечно, выше, я сказал, да, извините, выше. Если не бегаем в Дубае или в Эмиратах, где на улице 40 градусов, то вот у нас внутри 36, ну, внутри у нас не 36,6, это в подмышке 36,6, внутри где-то 37,5, но мы редко бегаем при температуре больше, чем 37,5. И второй механизм – это дыхание. Мы вдыхаем воздух, который по определению холоднее, чем то, что у нас внутри, и в легких, опять же, этот воздух охлаждает кровь, и мы выдыхаем. Но, соответственно, с этим воздухом уходит очень большое количество водяного пара. Какая самая большая проблема при жаре и при интенсивных нагрузках? Это обезвоживание. То есть первое – мы теряем жидкость. Второе – с жидкостью мы теряем воду, мы теряем жидкость, в которой растворены очень большое количество микроэлементов, в том числе тех, которые важны для работы сердца. Это калий, это магний, ну и остальные, натрий, хлор, это не так важно. Соответственно, при этом может снизиться концентрация калия в крови, могут быть тяжелые нарушения ритма,
там, вплоть до жизнеугрожающих нарушений ритма. Вот что происходит, много чего происходит, кроме того, что увеличивается частота и так далее, происходит ацидоз за счет все-таки увеличения концентрации мочевой кислоты, молочной кислоты в крови. Когда мы бегаем в жаркую погоду, у организма меньше возможности отдать тепло. Если разница не очень большая между температурой кожи и температурой воздуха, мы не можем отдавать тепло. Если воздух мы вдыхаем горячий, то опять же мы не можем охлаждать кровь в легких. И это очень сильно повышает нагрузку на организм. Есть даже такие определенные белки, называются белки теплового шока. И они могут вызывать какие-то тяжелые осложнения. Поэтому бегать в жару вредно. Если все-таки так получается, самое главное, что мы должны сделать, это, во-первых, восполнять жидкость. И не просто водой, а желательно применять специальные напитки, которые кроме воды содержат и микроэлементы, в первую очередь калий, магний. А? Соль. Ну, соль, да. Хлор. Ну, обычно там есть все. И натрий, и хлор. А? Ну, изотоники — это просто натрий и хлор. Это 0,9% раствор там, хлорида натрия или что-то, содержащее натрий и хлор. Но там должна быть еще определенная концентрация содержания калия. Главное — это калий. Где его брать? Калий, магний. В регидроне есть. Сколько же растворяет? Он же сырый. Сырый как-то сильнее растворяет? Что? Регидрон. Ну, там, по-моему, пакетик регидрона на литр. Он очень сырый получается. Не, нормально. Да. Значит, чтобы получать калий, можно употреблять продукты, богатые калием. Это бананы, это сухофрукты. Ну, с картошкой никто не бегает, но вот но в картошке тоже очень много калия. Есть специальные напитки, готовые, там определенные. С магнием, и, ну, регидрон есть биофосфина, похожий препарат. Вот, есть спортивные просто бренды, которые делают такие напитки. И, кстати, по поводу внешней поверхности, тут тоже мы всегда ученикам в жаркую погоду рекомендуем на любом хорошо организованном забеге или триатлоне есть пункты с губками, да. Ты можешь взять эти губки, они все пропитаны водой, вода в любом случае прохладная, да. Ну, холоднее, чем температура воздуха. Вот, их можно положить, засунуть под майку, под костюм с одной стороны, с другой. Сюда положить. Да, и по вам. Да. И вы испаряете, чтобы вы испаряли эту воду. Мы охлаждаемся не за счет того, что мы прикладываем холод, а за счет испарения. Но надо, у нас должно быть что испарять. Есть люди, которые плохо потеют, например. А, это проблема. Они не могут отводить тепло. Когда в жару лежишь, не знаю, руки очень горячие, а в аксию прикладываешь, чтобы холодные. Грейтесь, да. Ну, в принципе, когда вы бежите, вы должны быть целиком вся горячая, и вы должны отдавать тепло. Бывает относительно. У вас просто могут быть руки более горячие, чем остальное тело, и вам кажется, что у вас руки горячее. Но вот в покое и при нагрузке все-таки там живот будет у вас теплее. Бегать по пляжу в жару. Но я вам скажу, что гораздо вреднее бегать по пляжу не потому, что это нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а потому что на пляже солнце. А солнце вообще-то очень-очень вредная вещь, я вам хочу сказать. И для людей, которые переезжают жить в жаркие солнечные места, ну, раньше это была известная история с Австралией и Новой Зеландией, поскольку там еще и не очень толстый озоновый слой. Ну вот, допустим, сейчас многие переезжают жить в страны Персидского залива, у них просто зашкаливает вероятность получить какие-то злокачественные образования кожи, поскольку кожа — это первый барьер на пути солнца, но не только кожа, и многие другие опухоли, и опухоли крови, и многие внутренние онкологические заболевания могут быть вызваны чрезмерной инсоляцией. Особенно для людей со светлой кожей, как мы говорим, кавказская... Страшно, если она темная, сама по себе загорает быстро и обгорает. Дело не в том, что загорает и обгорает. Можно загорать нормально, пользоваться специальными средствами, чтобы нормально загореть, но загар — это поверхностный слой кожи, а ультрафиолет проникает глубоко, и все нехорошие процессы происходят глубоко. Вопрос такой. Есть какие-то объективные показатели? Я, грубо говоря, те же анализы, да, которые характеризуют человеческое состояние спортсмена или просто человека, занимающегося активной деятельностью. Теоретически мы можем, да, раз в месяц ходить этот анализ дать. Просто вы нам расшифруйте, на какие
показатели, да, надо смотреть. С точки зрения там, крови, там, сердечной сосудистой системы, там, еще чего-то. Ну, в принципе, если человек не позанимался только что спортом, то есть спортсмен, который в спокойном состоянии, у него все анализы должны быть в норме. У него каких-то особых изменений в крови быть не должно, ну, кроме, может быть, низкой частоты сердечных сокращений, и все. Если человек недавно позанимался спортом, у него в крови может быть повышено, скажем, креатинфосфокиназа, это определенный белок, который находится в мышцах, и при интенсивной физической нагрузке он выходит в кровь, мы его обнаруживаем. Значит, есть несколько важных параметров, которые должны проверяться регулярно, особенно после достижения определенного возраста. У мужчин это в среднем 40 лет, ну сейчас 35, наверное, уже, поскольку, к сожалению, большинство заболеваний помолодело. У женщин, наверное, позже 40-45 лет. Значит, во-первых, это общий анализ крови или клинический анализ крови, в который входит гемоглобин и эритроциты. То есть эритроциты — это красные кровяные тельца, гемоглобин — это то, что внутри, и то, что их делает, собственно, красными. Это определенный белок красного цвета. Содержит очень много железа, поэтому он красный. Во-вторых, это лейкоциты или белые кровяные тельца. Желательно не просто посмотреть, сколько лейкоцитов в крови, но и формулу лейкоцитарную. Там, лейкоциты бывают определенных видов. Нейтрофилы, базофилы и так далее. То есть лейкоцитарную формулу. И тромбоциты. Это кровяные пластинки, которые обеспечивают сворачиваемость крови, что тоже очень важно, поскольку если мы где-то повреждаем сосуды, то кровь должна сворачиваться, чтобы мы не умерли от кровотечения. Это вот клинический анализ крови состоит в основном из трех показателей. Значит, гемоглобин и эритроциты, лейкоциты с формулой и тромбоциты. Кто-то еще делает, есть такой показатель СОЭ или РОЭ, реакция осаждения или скорость осаждения эритроцитов. Но, в принципе, это не обязательно. И биохимический анализ крови, который включает в себя, ну, я скажу очень приблизительно, основные параметры, поскольку если человек здоров, ему не надо сдавать огромный список этих анализов. Это общий белок, сколько у человека белка. Потом это показатель функции печени. Если говорить о печени, это еще печеночные ферменты АЛТ, АСТ, аланинаминотрансфераза и аспарагинаминотрансфераза. Значит, и билирубин. Они, вот эти анализы покажут, в каком состоянии печень глобально, если нет особых предосторожностей. Дальше мы смотрим обязательно функцию почек. Для этого у нас два показателя. Это креатинин, продукт распада белка, и мочевина тоже как бы образуется из белка. У некоторых людей мы рекомендуем смотреть и мочевую кислоту. Вот. И дальше, что мы еще смотрим? Мы смотрим электролиты, вот как раз калий, натрий, кальций, магний. Что билирубин показывает? Состояние функции печени, обмена желчных кислот. Ну, понижен он бывает редко, хотя такие состояния тоже есть, но часто он бывает повышен. Если повышен только билирубин и при этом печеночные ферменты АЛТ и АСТ в норме, так часто бывает у здоровых людей. Хотя есть определенные симптомы, там гипербилирубинемия, синдром Жильбера и так далее. Но если он не особо сильно повышен, то ничего страшного. Билирубин тоже делится, есть прямой и непрямой. Один из них образуется при увеличении распада эритроцитов. Да, гемолиз, когда почему-то эритроциты, то есть кровь начинает распадаться в сосудистом русле. Да. Самый частый, не самый частый, хотя, может, самый частый пример – малярия. Есть такое заболевание, вы слышали, малярия. От малярии за всю историю человечества умерло больше людей, чем от всех остальных болезней, всех остальных, и всех войн вместе взятых. С малярией это страшная болезнь. И до сих пор у нас нет лечения от малярии. Пытаются сделать прививку, но миллионы людей умирают от малярии до сих пор. Но вот малярия, что происходит? Лопаются эритроциты и, в общем, повышается один билирубин. Второй билирубин, если печень плохо работает, в общем, я не буду вам. Это плазмодий. Это такой микроорганизм, малярийный плазмодий, который переносится комаром, малярийным комаром. Да. Вот, в общем, довольно нехорошая вещь. Есть некоторые области в России, где малярия существует. Значит, мы сказали про печень, мы сказали про почки, мы сказали про электролиты, мы сказали общий белок. Что еще очень важно? Очень важно посмотреть, сколько в крови сахара, концентрация сахара. Принципиальный момент. Да, и чтобы
сдать этот анализ правильно, надо не есть в течение 12, а лучше 16 часов. Потому что если вы в 12 часов ночи съели полтортика хорошего, а в 8 утра сдали анализ крови, сахар будет высокий. Сахар — это то, что меняется очень быстро в крови. И еще очень важно посмотреть их холестерин. Или общий холестерин. Ну, в идеале, конечно, посмотреть полностью липидный профиль, как мы называем это, холестерин, который состоит из хорошего, плохого, там, разные триглицериды. Пару литров крови, короче, выкачить. Нет, это все 5 миллилитров. Это вообще неправильно. Это совсем чуть-чуть. У мужчин после 45 лет мы все-таки делаем, хотя, в принципе, в рекомендациях этого уже нету, анализ на состояние предстательной железы. Есть такое вещество, называется ПСА, простат-специфический антиген. И все-таки, если он сильно повышается, то это говорит о том, что может быть рак предстательной железы. К сожалению, у мужчин бывает довольно часто. Поэтому мы рекомендуем это делать, хотя вот сейчас его изымают из рекомендаций, есть более точные тесты, но ПСА есть везде, его делают все лаборатории. Вот. У женщин мы скорее рекомендуем посмотреть функцию щитовидной железы, особенно в Москве, потому что мы живем в такой области России, где мало йода в питьевой воде. А мы йод получаем в основном с питьевой водой. Или с солью, если мы используем йодированную соль. Вот. Поскольку йода в воде мало, то у очень многих людей гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы. Поэтому мы рекомендуем, если уж хотя бы раз в год человек сдает анализы, смотреть и за функцией щитовидной железы. Я вам так скажу, что появился цирреактивный белок, достаточно иметь небольшой пародонтоз, и у человека будет гарантирована высокая концентрация ЦРБ. Поэтому маркеры воспаления, если у человека нет заболеваний соединительной ткани, нет каких-то ситуаций, нет. Вы не представляете, сколько тестов можно сдать и сколько действительно крови из человека можно высосать. Вот. И многие на этом хорошо зарабатывают, к сожалению. Вот. Но вот есть такой базисный набор, минимальный. Какие гормоны? ТТГ. Ну, ТТГ, Т3, Т4, ТТГ. Да, давайте. Да. Советуете добавки, микроэлементы полезные для себя? Значит, если человек нормально питается, то, в принципе, никакие добавки ему не нужны. Если у нас есть недостаток каких-то микроэлементов, это всегда видно. А витаминоз виден, да. Если не хватает витамина С, то там одно состояние. Цинга. Мы знаем на корабле, когда там зубы выпадают, волосы и так далее. Вот. На самом деле сегодня, если человек нормально питается, то довольно сложно иметь недостаток каких-то витаминов либо микроэлементов. Другая ситуация, что есть, например, строгие вегетарианцы, и они могут не получать железо, поскольку железо – это может быть причина анемии. Вегетарианец, особенно веганы, которые не употребляют ничего животного, они недополучают железо, у них может быть анемия вплоть до тяжелых форм анемии. Да, у них могут быть также авитаминозы, связанные с определенными жирорастворимыми витаминами, там, витамином группы D, например. Но если человек питается нормально, то есть он ест мясо, он ест рыбу, он ест овощи, фрукты, то... Если дополнительно принимать железосодержащие препараты, вот вегетарианцы... Что? Ну вот можно, они восполняют? Если принимать препараты железа, именно да. Они равнозначны, что в мясе? Организму абсолютно все равно, каким образом он получает железо. Вот железо – это такая вещь, вот, в отличие от многого другого, совершенно не важно, как он попадает в организм. Ну, я скажу только два слова про анемию. Во-первых, анемия – это очень серьезно. И анемия может быть, во-первых, просто следствием того, что организм недополучает железо. Либо организм может быть признаком того, что организм где-то теряет железо. Это внутреннее скрытое кровотечение, да, язва желудка или что-то. Если человек теряет одну каплю крови в день, что такое капля крови, то через пару месяцев может развиться тяжелая железодефицитная анемия, поскольку организм теряет с этой каплей крови большое количество железа, а депо не восполняет. Часто это может быть не язва желудка, это могут быть какие-то кровотечения, например, геморроидальные. Да, пациенты стесняются об этом говорить, и геморрой, даже потеря одной капли в день может быть большой причиной. Потом женщины часто теряют, если женщины, которые во время цикла теряют большое количество крови, это тоже может быть причиной анемии. Но самая большая проблема не в этом. Есть состояние, когда организм, когда неправильные клетки начинают потреблять большое количество железа, либо они угнетают костный мозг, это злокачественное новообразование. Поэтому если у человека, в принципе, здорового, без каких-то других причин анемии, мы ее находим,
мы всегда начинаем думать о плохом и должны это плохое либо подтвердить и вылечить, либо должны исключить. Поэтому анемия – такая вещь, которая требует очень пристального внимания. Анемия – показатель ниже какого уровня? У мужчин меньше, чем 120-125, у женщин меньше, чем 110-115. Гемоглобин, да? Гемоглобин, да, мы говорим про гемоглобин. Это регулярные показатели или один раз, если он проявился? Такой... Нет, если он один раз, это уже анемия. Но если такая анемия, мы говорим, давайте сдадим еще раз анализ. Потому что если у человека низкий гемоглобин и низкие эритроциты, и низкие лейкоциты и так далее, может, просто кровь свернулась, пока ее там, медсестра несла в лабораторию. Либо часть крови разрушилась, вот произошел гемолиз в пробирке. Если есть анемия, можно сдать на железо, поскольку это может быть железодефицитная анемия, может быть B12-дефицитная, фолиево-дефицитная. Значит, в Америке медицина, хорошо это или плохо, но, в общем, недостижима для всего остального мира, глобально. То есть есть там и хорошие врачи, есть и плохие, но в Америке медицина на совсем другом уровне. И главное, не потому что они все такие очень умные, а потому что у них есть рекомендации, и шаг вправо, шаг влево карается расстрелом. А для врача расстрел – это лишение лицензии и большой штраф. Там в тюрьму за это обычно не сажают, они откупаются от этого дела. Так вот, в США 160 тысяч человек минимум в год умирает, потому что они неправильно принимают лекарства или им неправильно делают операции, неправильно, то есть, которые им были не нужны. Не ошибочно, неплохо сделали операцию, а сделали операцию, которая ему не была нужна. Это не одно и то же. Если я делал операцию, у меня не получилось, человек умер, это одно. А если я ему делал, и она не была... 160 тысяч человек в США – это четвертая причина смертности. Это очень много людей. И в том числе это от назначения ненужных препаратов. И вот сегодня говорят, что многие врачи назначают препараты, чтобы заработать деньги. Так что, к моему глубокому убеждению, многие вот эти БАДы, они сделаны только исключительно с целью кому-то обогатиться. Конечно, когда спортсмен настоящий, он занимается спортом, то он не будет покупать и не будет использовать БАДы, которые продаются, скажем, в каком-то магазине, да, не называя магазин. Это совершенно другие люди, у них другой метаболизм, у них по-другому работает сердечно-сосудистая система, они получают специальные вещи, а не то, что продается для всех. Все остальное, это моя глубокая уверенность, если человек нормально питается, то он просто не нужно. Надо это понимать. Находишься с девушкой, действительно, да, активно? Вот, да. Вопрос, просто можно это делать долго, до красноты в голове? Как долго это можно делать? Чтобы... А девушка не спешит. Значит, на набережной... Один англичанин отжимался на набережной Темзы каждый день 200 раз. И это увидел проходящий полицейский, подходит к нему на 199-м разе и говорит: «Сэр, я извиняюсь, но мне кажется, что ваша девушка давно ушла». Значит, половая активность – это такая же физическая активность. И она может измеряться в метах, это метаболический эквивалент или метаболические единицы, так же, как мы измеряем физическую активность. Когда мы человека с целью проверки его переносимости физической нагрузки ставим на беговую дорожку, либо сажаем на велосипед, проверяем, мы вот эту нагрузку даем не просто так, не в минутах, не в секундах, а в дозах. То есть это метаболические эквиваленты, поэтому мы точно между собой общаясь, врачи знаем, что вот он переносит столько-то мет. Значит, половая активность в среднем, средний половой акт – это примерно 4, 5, максимум 6 метаболических единиц. По нагрузке на организм – это как за 10 секунд, если пробежать на второй этаж. То есть это не такая большая нагрузка. Давление, если в норме оно 120-130, во время секса оно может быть 150-160. И частота при этом редко превышает, даже у физически есть люди физически тренированные, она редко превышает 120-130, ну максимум 150 ударов в минуту. Поэтому и тут уже... Откуда это ощущение выпрыгивающегося? Это любовь. Нет. Ну, опять же, вы сказали, сколько это может быть по времени. Если мы считаем там какую-то среднюю продолжительность, то это 5-6-7 мет. Ну, если это продолжается долго, это может быть, скажем, 7-8 мет, но опять же, это несравнимо с какой-то очень интенсивной физической нагрузкой. Есть специальные рекомендации, и это очень большая проблема в кардиологии, возобновление половой жизни после того, как человек перенес какое-то серьезное заболевание либо серьезное хирургическое вмешательство, потому что это одна проблема, и вторая проблема в том, что очень много межлекарственных взаимодействий между
между препаратами, которые сегодня используются для увеличения эректильной, для улучшения эректильной функции, но в первую очередь это вот Виагра и подобные ей препараты, это Сиалис, это Левитра. Ну, у нас три препарата сейчас в мире. Определенно там ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Это вот специальная группа препаратов, которые изначально были сделаны как кардиологические препараты. Виагра первым начала использоваться в кардиологии, или первой. И сегодня мы используем огромное количество силденафила, это то, что входит в состав Виагры, у пациентов с легочной гипертензией, которые в день пьют 3 таблетки по 20 мг, либо мы маленьким детям вводим в вену, и ничего лучшего у нас сегодня нет. Это абсолютно кардиологический препарат, который потом случайно проявил себя как средство, которое улучшает там, наполнение пещеристых тел, да, эректильную функцию. Так что это очень большая проблема возобновления половой жизни у человека, который перенес инфаркт, например. Кто-то не может, кто-то боится, большей частью они боятся, у кого-то партнер боится. В общем, поговорим. От чего умирают люди? Люди, мы говорим про сердечно-сосудистую патологию, либо от острого коронарного синдрома, или, попросту говоря, острого инфаркта миокарда, чтобы было понятнее, либо от жизнеугрожающих нарушений ритма. От всего остального умереть можно, но не внезапно. Мы говорим про вот внезапные какие-то ощущения, которые опасны для жизни. И большая часть сердечно-сосудистой смертности – это смертность, конечно, от острого инфаркта или это группа заболеваний, острый коронарный синдром. Что-то связанное с коронарными артериями. Если у человека появляются жалобы на давящую боль, в области грудной клетки, за грудиной. То есть многие думают, что сердце здесь. На самом деле сердце не здесь. Сердце вот здесь. Вот как мы прикладываем ладонь левой руки, вот так же расположено сердце. Вот сердце расположено здесь. Вот если в области сердца появляется давящая боль, сжимающая боль, боль, которая отдает в лопатку, и главное, если эта боль возникает при физической нагрузке и почти моментально уходит после прекращения физической нагрузки, это повод обратиться к врачу. То есть это первая причина. Это ишемическая болезнь сердца. Вот эта боль называется стенокардия или грудная жаба. Ангина пекторис, потому что раньше пациенты описывали, как будто жаба сидит на груди и давит на грудь, поэтому до сих пор мы называем грудная жаба. Это первое. Вот стенокардия. Второе – это нарушение ритма. Если человек чувствует какое-то неправильное сердцебиение, либо он видит это с помощью каких-то устройств, мониторов, там, часов, либо он измеряет давление, аппарат показывает аритмию, это тоже повод обратиться к врачу. Сегодня мы можем вылечить и одно, и другое, и аритмию, и ишемическую болезнь сердца, осложнением которой является острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда. Но для этого пациент должен прийти к врачу. Соответственно, опять же, если у пациента есть ощущение давящей, сжимающей, режущей, у некоторых людей жгущей боли за грудиной при физической нагрузке или при сильном эмоциональном напряжении, которое проходит в покое, это повод обратиться к врачу, если есть нарушение ритма. Ну и, конечно, если у человека высокое давление, которое он измеряет, и оно выше, чем 150 на 90 мм ртутного столба в покое, тоже повод обратиться к врачу. Это вот из того, что он может сам с собой сделать. Ну и параллельно, если у человека высокий сахар, если у человека высокий холестерин, это тоже повод обратиться к врачу, чтобы это скомпенсировать. Значит, боли в области сердца могут вызваны множеством причин. И главное понять, это сердечная боль или не сердечная, поскольку сердечная опасная, все остальные могут быть очень тяжелые и неприятные, но не опасные. Это может быть позвоночник, межреберные, то есть это может быть неврология или позвоночник. То, что в России называется остеохондрозом. В России у нас есть много диагнозов, которых за границей не существует. Остеохондроз – один из них. Да, ну нет. А там Какие-то вертебральные синдромы, ну остеохондроз или острый хондроз, как его называют, такого за границей нет. У нас много. Нейроциркуляторная дистония вот в России есть, за границей такого нет. Там, или эрозия шейки матки. Да, вот на Западе не знают, что это такое. Такого нет у них диагноза. Ну, неважно. Значит, это может быть позвоночник, это может быть что-то связанное с желудочно-кишечным трактом, в первую очередь это пищевод или желудок. Но тут боли связаны больше не с физической нагрузкой, а с едой. Они возникают либо ночью, либо когда человек голодный, такие голодные боли. И человек знает, чтобы они прошли, надо срочно выпить что-то, лучше всего молоко. Эти люди всегда с собой носят там, пакетик молока, чтобы выпить молоко, боли проходят от молока. Либо антациды любые. Либо это может быть патология пищевода, когда боли возникают сразу после приема пищи. Ну вот какие-то боли, не связанные с физической нагрузкой. Все-таки сердечные боли, они в основном связаны с физической нагрузкой.
Опять же, если такие боли появились, надо пойти к врачу. И только врач может точно сказать, это сердце, и надо идти в одну сторону, либо это не сердце, надо идти во множество других сторон. Главное понять. Для аритмии либо мы их фиксируем на электрокардиограмме, либо мы можем... Если это аритмия, либо мы это фиксируем сразу, если... Но обычно, вы знаете, когда приходишь к стоматологу, зубы не болят. Когда пациенты с аритмией приходят к врачу на момент осмотра, у них бывает идеальная кардиограмма, и мы человеку надеваем специальный прибор, который может записывать ЭКГ сутки, или сегодня есть приборы, которые записывают 7 дней, или даже мы можем имплантировать маленькие устройства размером с маленькую флешку под кожу. Они 6 месяцев могут записывать кардиограмму и постоянно эту информацию посылать врачу, если мы думаем, что у пациента жизнеугрожающая аритмия. То есть вариантов множество. Какие более подробные вещи показывают, как не ЭКГ, например? Не понял. Что? Холтер — это суточный, это монитор ЭКГ. Суточный ЭКГ выдает? Да, да. Но есть еще суточный монитор, допустим, артериального давления, который мониторирует давление в течение суток. Он надувается каждые 15 минут. И это очень важно. Есть такой диагноз — гипертония белого халата. Когда пациент приходит в медицинское учреждение, он волнуется, у него давление на 20-25 единиц выше, чем в покое. Мы надеваем ему холтер давления, он приходит домой, и мы знаем в привычной обстановке, какое у него давление во время сна, во время физической активности и так далее. Мы также можем мониторировать сахар. Под кожу имплантируется иголочка маленькая, и мы сутки смотрим, какая концентрация сахара. В общем, возможности не ограничены. Но в первую очередь это опасные вещи. Ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма. Опять же, если у человека появилась одышка при физической нагрузке, это может быть следствие сердечной недостаточности, это может быть так называемым эквивалентом стенокардии, потому что у части людей не боли появляется, а одышка при нагрузке. Тоже повод обратиться к врачу, но чаще это одышка, связанная не с сердцем. Но вот я могу много про это говорить, но самое главное — боль при физической нагрузке и аритмия. То, что может закончиться быстро и плохо. Все остальное, как бы, тоже повод обратиться к врачу, но не бежать быстро-быстро. Вот эти два, да. А потом, собственно, проходит какое-то время, и все проходит. Во время бега? 20-40, ничего нет. 20. А, то есть не надо остановиться? Нет. Значит, да, такое состояние бывает, когда у человека, например, вот, скажем так, нетренированные коронарные сосуды, и повышается нагрузка на сердце, а коронарные артерии еще не расширились и не увеличили приток крови. И кратковременно может быть период недостатка кислорода, который потом потихоньку проходит. Такое состояние тоже может быть. Это не проявление ишемической болезни сердца. Боль при ИБС, вот эта стенокардия, она заставляет человека остановиться. Человек не может идти дальше, он должен остановиться, и часто у многих еще возникает так называемый страх смерти, тоже описанная вещь. Он чувствует, что вот сейчас может умереть. Очень характерный симптом. Потемнение в глазах, зайчики, запись? А? Потемнение в глазах, зайчики, запись? Ну, это может быть, может не быть. Но самое главное — это, да. Если, допустим, боль не во время физической нагрузки, а какая-то резкая бывает вот без нагрузки. То есть во время нагрузки ничего такого, да, нет, вообще связанного с сердцем? А вот нет, это могут быть кардиологии, это может быть все что угодно. То есть, такие боли обычно не связаны с сердцем. Есть, вот эти все прострелы, проколы там, и так далее, это совершенно не страшно. Не страшно совершенно. Правильно я понимаю, что некоторые перебои сердца можно почувствовать прям, да? Есть люди, которые чувствуют мельчайшую аритмию, есть люди, которые не чувствуют тяжелейшую аритмию. Поэтому тут что-то сказать сложно. Если вы чувствуете перебой во время физической нагрузки, наверное, это нормально, они должны быть. Экстрасистолы могут быть. Но если только во время физической нагрузки у вас пару перебоев будет, то это не проблема. А перебои — это что? Это Ну, вы чувствуете там ду-дум, то есть раз, 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 и потом пауза. Либо вы чувствуете как будто в сердце, вот в голову. То есть был даже вопрос, по-моему, что где, когда, как люди описывают вот эти перебои, то прыгание зайчика, то кукуканье кукушки, то, ну, в общем, миллион вариантов. Но вот если вы чувствуете, что сердце бьется не так, как обычно, это повод обратиться к врачу. Я вообще сторонник того, чтобы люди... Понимаете, тут очень сложно. Идешь к врачу, и врач посмотрит на кардиограмму и скажет: да. И вот этого многозначительного «да» достаточно человека сделать больным. Да. Многие люди, они больные в своем сознании. И потом ты не выбьешь из него это никак. Ему скажут там девушке, что у тебя пролапс митрального клапана, и все. И она уже больная на всю жизнь, и она не бегает, не прыгает, она боится беременеть, она боится заниматься спортом и так далее. Хотя часть пролапсов опасна, это 1%.
А в остальном это просто находка. Но вот многие на этом живут, покупают машины, строят дома и ездят за рубеж. Когда я бегаю, я себя хорошо чувствую, но у меня, я прихожу домой, и я просто вся в красных пятках. Ну, вот просто организм, расширяются сосуды, организм пытается отдать тепло. Ничего особенного. Ну, холодной водой можно умыться, да? Ничего страшного. Если некоторым, когда лицо горячее, неприятно умываться холодной водой. Можно не совсем холодной, чуть-чуть холоднее. Да, там не ледяной, а просто там теплой водой. Никаких проблем. Есть какие-то внешние признаки, чтобы удержать рядом бегущего от плохих последствий? Если он бежит с поясом и с кнопкой. Но если человеку сразу не становится плохо, вы не видите, что он там теряет сознание или как-то вдруг обмякает, то вы так не сможете догадаться. Не, ну тренеры обычно отличают там. Ну это видно, да, но тренеры, да. А вот, ну, пробегая мимо, мы можем как-то помочь? Ну, кроме того, чтобы вызвать скорую там. Ну, помочь как? Во-первых, от чего человек может потерять сознание? В первую очередь от перегрева и от гиповолемии. То есть, во-первых, снижение, дегидратация, снижение, потеря жидкости. Не пил, да. Значит, первое, что мы должны делать, пациента, человека максимально быстро охладить. То есть, опять же, вот эти губочки с водой прохладной, не обязательно ледяной. Потому что если мы положим очень холодную воду, то сосуды просто спазмируются, и кровь не будет протекать, не будет отдавать. Поэтому ледяная вода не очень хорошо, вот холодная. Это раз. Во-вторых, надо как-то в него влить жидкость. То есть если он в сознании, то надо его напоить жидкостью, да, если он в сознании. Если человек без сознания, надо вызывать скорую, тут уже жидкость так обычно только через катетеры. Вот. Но проблема в том, что когда у человека падает давление из-за того, что у него, и он теряет сознание от этого, из-за того, что у него мало крови, ему очень сложно попасть в вены, потому что все вены спавшиеся, и, в общем, довольно сложная история. Мы делаем укол в кость. Что происходит? У человека падает давление, соответственно, отключается голова. Что он делает? Надо человека положить на горизонтальную поверхность, по возможности поднять ему ноги, чтобы кровь от ног оттекала к верхней половине тела. И вероятнее всего этого достаточно. Либо наоборот, там еще и под поясницу что-нибудь подложить, чтобы вся кровь ушла к голове. Вот это самое главное. Это раз. Но может быть ситуация, когда у человека наоборот очень сильно повысилось давление, и поэтому он потерял сознание. Сказать что-то очень сложно, но в большинстве случаев, конечно, это потеря жидкости и коллапс, именно сосудистый коллапс. Они роняют давление. И чтобы к этому самому не прийти, это что, надо пить на дистанции? Пить, да. И если очень жарко, и вы чувствуете, что вот вам некомфортно бежать, то лучше сойти с дистанции. Да. Ну, естественно, должна быть соответствующая одежда. Есть какие-то, я знаю, одежды, которые отводят пот, которые позволяют... То есть не в полиэстере плотном, облегающем, безумно красивом, но который не дает испаряться жидкости. Да, еще там ветерек должен обдувать, чтобы этот пот испарялся. И одежда должна быть неплотная, там, и так далее, и так далее. Давайте и стараться, чтобы, если возможно, максимально еще от солнца защищаться. Значит, противопоказанием к бегу является любое заболевание сердечно-сосудистой системы, выраженное там, в довольно тяжелой степени. Допустим, в чем мы начнем? Первое и самое частое заболевание – это артериальная гипертензия. Или артериальная гипертония, то есть высокое давление. Значит, если человек принимает препараты, он должен принимать препараты, у него давление нормальное, то у него противопоказаний нету. Хотя все-таки мы рекомендуем в таком состоянии провериться, то есть пройти стресс-тест и при физической нагрузке посмотреть, как реагирует артериальное давление. При этом проверить стресс-тест именно на приеме препаратов, чтобы посмотреть, насколько эти препараты защищают человека в момент физической активности. Еще дело в том, что многие пациенты, которые имеют заболевание сердечно-сосудистой системы, принимают бета-блокаторы. Это определенный класс препаратов, у которых много совершенно замечательных эффектов, и в том числе есть такой эффект, они снижают пульс в покое и не дают сердцу разгоняться при нагрузке. Поэтому эти люди не очень хорошо переносят нагрузку, потому что сердце не может ускоряться, и плюс, если они не особо тренированы, они не могут компенсировать вот это увеличение потребности в крови, в увеличении ударного объема. И бета-блокатор не даст сердцу разогнаться, если он принимает хорошую, адекватную дозу. Но, тем не менее, вот мы можем сделать стресс-тест, проверить, как себя сердце и сосуды ведут себя под нагрузкой, и дать какие-то рекомендации. Может быть, не бежать марафон, или бежать в другом темпе, или ну, как-то
То есть первое — это артериальная гипертензия. Тут проблем нет. Умереть внезапно шансов очень мало, если не забыть принять препараты и правильно пить жидкость, и там, не бегать под открытым солнцем. Что? Ну, какие врачи назначат препараты в море для лечения? Нет, второму нет. У нас в течение дня давление может быть 220. Если мы побежим пешком на 9 этаж, у нас будет давление 220, и пульс будет там 160. Это нормально. Потом это все потихоньку придет в себя. Значит, первое. Второе – это ишемическая болезнь сердца. Если у пациента ишемическая болезнь сердца – это диагноз поставленный, верифицирован, тут, конечно, обязательно надо спросить врача. Потому что ишемическая болезнь сердца в основном не всегда связана с тем, что в коронарных артериях есть бляшки, которые суживают их просвет и поэтому препятствуют крови питать миокард. Соответственно, таким пациентам мы назначаем препараты, разжижающие кровь, аспирин они в основном принимают, хотя есть и другие препараты. Препараты, которые не дают расти этим бляшкам, статины или которые эти бляшки стабилизируют. Ну и много других лекарств. Это могут быть те же бета-блокаторы, нитраты, антагонисты кальция и так далее. Значит, если пациент принимает препараты, у него все хорошо, он все равно должен спросить у доктора, может ли он заниматься интенсивно спортом, и вероятнее всего доктор проверит его под нагрузкой. Если у пациента под нагрузкой все хорошо, то он может спокойно заниматься спортом без каких-либо ограничений. Если пациент перенес какое-то вмешательство по поводу ишемической болезни сердца, стентирование, то есть когда мы с помощью специальных баллонов расширяем коронарную артерию, затем в просвет ставим стент, такое металлическое устройство, как пружинка от шариковой ручки, чтобы просвет остался открытым. Либо если мы пациенту делаем коронарное шунтирование, когда мы пришиваем сосуды в обход закрытых или суженных сосудов. И при этом пациент, опять же, принимая те же самые препараты, чувствует себя нормально, у него нормальный стресс-тест, он считается здоровым, может переносить любую физическую активность, в том числе и бегать. И есть огромное количество бегунов, спортсменов, которые имели либо стент, либо перенесли операцию коронарного шунтирования. Но вот если у человека есть боли, про которые я вам рассказывал, либо он не знает, может или не может, он должен обязательно сходить к врачу, чтобы врач сказал ему, может он или не может заниматься спортом, до какой частоты он должен себя доводить, ну и дать ему какие-то рекомендации, либо изменить ему лечение. Значит, это второе. Третье – это патология клапанов. Мы говорили, что сердце – это мотор, там бензин, там еще 4 клапана. В нормальном сердце 4 клапана. Это митральный клапан, аортальный клапан, трикуспидальный клапан, трехсрочный клапан легочной артерии. Клапаны должны работать нормально. Клапан – это устройство, которое пропускает что-то, кровь, газ, нефть, воду, воздух. В одном направлении не пропускают, в другом. В клапаны в сердце они пропускают кровь в одну сторону, когда они открыты и закрываясь, не пропускают кровь в обратно. С клапанами могут быть две вещи. Первое, они могут плохо открываться, и, соответственно, в предыдущем отделе сердца должно развиваться очень высокое давление, чтобы все-таки кровь проходила через клапан. Если это, допустим, сужение артального клапана, это клапан, который стоит между сердцем и всем остальным организмом, то, значит, левый желудочек, это главная камера сердца, должен сокращаться с очень большой силой, чтобы все-таки кровь выбросить в организм. И у нас на руке было давление 120. При этом в левом желудочке будет давление там, 180 или 200. И когда мы бежим, и давление в левом желудочке очень резко повышается, может закончиться очень плохо. Поэтому к чему я говорю? Клапаны, какая может быть проблема? Клапан может быть плохо открываться, а еще клапан может плохо закрываться. Если клапан открылся, не открывается, это плохо, а если он открылся и плохо закрывается, значит, кровь течет вперед, а потом она течет обратно. И она возвращается в сердце, которое как бы этого совершенно не хочет. И это перегрузка сердца объемом. То есть в первом случае перегрузка давлением, в этом случае перегрузка объемом крови, которая возвращается обратно. И то плохо. К сожалению, в России очень большая проблема с диагностикой и лечением клапанной патологии, поскольку многие годы главной болезнью клапанов в России был так называемый ревматический митральный стеноз. Есть такое заболевание ревматизм, которое много связывают с суставами, но на самом деле это заболевание системное и поражает сердце, в первую очередь клапаны сердца, митральный клапан. И вот ревматологи лечили вот этот порог сердца, вызванный этим же самым стрептококком, который вызывает и суставы, и скарлатину, и ангину, и так далее. Ревматизма нету в Центральной России.
У нас больше вот как раз этих артальных стенозов, про которые я говорил, это болезнь пожилого возраста, и митральных пороков, вот пролапсы митрального клапана и так далее. А кардиологов никто никогда этому не учил. Вот эти люди, к сожалению, не совсем сегодня понимают, куда идти, и кардиологи не совсем знают, что с ними делать. Поэтому если у человека когда-то случал диагноз клапанной патологии, то надо ему обратиться к врачу, который занимается конкретно этим. Вот мы сейчас в университете хотим открыть центр клапанной патологии, поскольку вот огромное количество людей не знают, что с этим делать. Но опять же, это УЗИ. Это эхокардиография, которая сразу ставит все диагнозы. Да? Потому что ЭКГ недостаточно. То есть ЭКГ даже при довольно тяжелой клапанной патологии может не показать ничего. Так же, как и при ишемической болезни сердца. У человека может быть тяжелейшее сужение коронарных артерий, и у него в покое кардиограмма будет абсолютно нормальная. Поэтому мы обязательно пациентам даем нагрузку. Вообще при большинстве заболеваний кардиограмма в покое нормальная, поэтому всегда пациент должен проходить нагрузочное тестирование. Значит, вот касательно клапана, но, значит, если у человека начальная стадия заболевания клапанов, это значит, что он внезапно не умрет во время интенсивной физической нагрузки. А если у него тяжелое заболевание клапанов, это риск смерти внезапной, но это уже проявляется в покое. То есть такой человек уже будет знать, что он болеет. Поэтому тут вот как бы хорошая ситуация в том смысле, что если он не болеет, то он и не умрет. А если он настолько тяжел, что может умереть, то он это чувствует в покое, и он не побежит, а он пойдет к врачу, и врач уже ему даст какие-то рекомендации. Четвертая патология – это нарушение ритма, аритмии. Про аритмию я вам сказал. Аритмия, конечно, большинство… Вообще сегодня мы можем вылечить все. Вот в кардиологии я не представляю, что должно быть с пациентом, чтобы я не смог его вылечить. Но для этого пациент должен прийти. Если он не придет, то, соответственно, я не смог. Это аритмия. Про аритмию я сказал. Если она есть, это, опять же, повод обратиться к врачу. В большинстве случаев пациенты с аритмиями могут заниматься спортом, в том числе и спортом с высокими нагрузками. И я знаю очень много серьезных спортсменов, которые имеют довольно серьезные аритмии, не жизнеугрожающие, и они не мешают им переносить нагрузки и так далее. Другое дело, что у многих пациентов нарушение ритма происходит во время физических нагрузок, и они не позволяют им продолжить физические нагрузки. Если у человека, допустим, мерцательная аритмия, есть такое заболевание, пароксизмальное, то есть она то бывает, то не бывает. И у каких-то пациентов она связана с физической нагрузкой. Ритм подскакивает до 180. Человек готовится бежать, он только там пробежал 20 метров, у него сорвался ритм, пульс 180, и все, он весь обмяк, у него давление упало до 80, он, конечно, никуда не побежит. Но он, соответственно, и не умрет. То есть мы сейчас говорим о каких-то серьезных вещах. Но обычно такие пациенты знают о своих проблемах, они лечатся у доктора. Четвертое, еще одна группа заболеваний, очень тяжелая, это инфекционный эндокардит, это воспаление сердца, грубо говоря. Да? Смертность 40%, огромное, тяжелое заболевание, но эти пациенты никуда не бегают, они лежат с температурой 40 в инфекционных отделениях. Оно мгновенно проявляется? Инфекционный эндокардит – это такая серьезная инфекция, это тяжелый сепсис, грубо говоря. Да? Это воспаление клапанов сердца, образно. Тяжелое заболевание с очень как большой смертностью. Ну, причины, как бы, есть два инфекционных эндокардита. Первый – это у совершенно здоровых людей. И тут причиной может быть любой микроб, который попадает в кровь. Чаще всего в кровь попадают микробы во время стоматологических процедур, во время всяких косметических процедур вот, и так далее. Но это бывает очень редко, когда у здорового человека с нормальным сердцем вдруг развивается инфекционный эндокардит, хотя такие случаи тоже известны. Другая ситуация, когда у человека есть заболевание сердца, порок сердца, это может быть врожденный порок сердца, это может быть приобретенный порок, там, скажем, тот же артальный или митральный порок, либо у человека в сердце стоит какое-то устройство. Мы сегодня в сердце ставим огромное количество устройств. Искусственные клапаны, стимуляторы, окклюдеры, перегородок, окклюдеры ушек, всякие, ну, в общем, огромное количество устройств мы ставим в сердце, и любое инородное тело в сердце повышает риск того, что к нему прицепится инфекция. И в этом случае, конечно, риск эндокардита больше, и такие пациенты должны быть очень осторожными в плане простуды, то есть любой грипп для них может закончиться эндокардитом. И даже есть специальные рекомендации, если они ходят, допустим, на какие-то медицинские процедуры, связанные с бактериями, то есть попаданием бактерий в кровь, стоматология,
косметическая хирургия там, и так далее, врач может назначить ему на 1-2 дня антибиотики, чтобы вот эти бактерии, попадающие в кровь, не осели у них на клапанах. Но это тяжелейшее вообще заболевание, инфекционный эндокардит. Такие пациенты никуда не побегут, они даже часто из кровати не встанут. Вот. Ну и главное, есть много других болезней, но вот самая большая проблема – это финал всех заболеваний сердца, называется это сердечная недостаточность. Значит, самая большая проблема современной медицины – это сердечная недостаточность, поскольку эти пациенты сегодня живут долго, и раньше, и таких больных очень много, потому что раньше больные с клапанной патологией умирали, с эндокардитом умирали, с инфарктом умирали, с аритмиями умирали, а сейчас они не умирают. И они доживают до своей сердечной недостаточности. И она съедает большую часть бюджета на здравоохранение во всех странах. Не буду вам говорить много про это состояние. Это не болезнь, это синдром. Это финал всех остальных заболеваний сердца. Так вот, если пациент лечится правильно от сердечной недостаточности, он может совершенно спокойно и бегать марафоны, и делать все, что угодно. То есть это не приговор, но это повод найти врача, который скомпенсирует все его внутренние поломки и позволит ему выйти на дистанцию, либо заниматься полноценной абсолютной жизнью. Поскольку многие слышат диагноз сердечной недостаточности, человека списывают, ну, чаще всего он сам себя списывает со счетов, но это не так. Так что вот такие патологии, но опять же, от сердечной недостаточности внезапно умереть очень сложно, если там нет каких-то тяжелых аритмий. Чаще всего этих пациентов останавливает одышка. То есть он начал бежать, у него одышка, он не может дышать, и все, он никуда дальше не побежит. Но если у него правильное лечение, он может быть абсолютно скомпенсирован, может бегать сколько угодно. Финализируя про патологии, да. Я правильно понимаю, что в целом, если человек был здоров, у него ничего не болело, он нормально жил, да. То как бы мгновенно вряд ли что-то случится. То есть это скорее приобретается с годами. Нет, почему? Мгновенно может. У нас сейчас лежит пациент, у которого в 38 лет мгновенно вдруг на фоне полного благополучия. Он спускался на лыжах впервые, там встал на какую-то суперэкстремальную трассу. Вот, у него произошел инфаркт, а на второй год он, потом его вылечили, на второй год он плавал с аквалангом в Красном море, у него случился инсульт. И то у него случилось совершенно спонтанно, при том, что мы и предыдущие врачи, прошло, это было 16 лет назад, в 2000 году, у него не нашли никакой патологии. Вот, то есть у него были вот такая, у него была такая способность спонтанно образовывать тромбы в разных местах. Вот у него в коронарных артериях образовался тромб, когда он вот интенсивно, когда он был возбужден, когда он спускал, и у него произошел инфаркт. Потом этот тромб сам по себе рассосался, у него чистые артерии, но остался большой рубец и аневризма сердца. А вот когда он был с акваланга под водой, у него произошел инсульт, образовался тромб в какой-то из артерий, которая питает головной мозг. И опять же, при обследовании там у него ничего нету. Оперировать нечего, стентировать нечего. А? Да-да, он живой абсолютно. Да. Но мы его лечим, да, но такая ситуация. Поэтому внезапные ситуации бывают, но опять же, это очень редко. Сегодня у нас есть возможность генетически тестировать пациента. Если у человека в роду были какие-то заболевания или внезапные смерти, мы можем выявить гены предрасположенности, этим пациентам назначать определенную терапию или даже имплантировать устройство. Это могут быть маленькие дети, которым мы ставим устройство, не позволяющее сердцу остановиться. Или спортсмены, вот вы знаете, бывают люди, которые во время спорта умирают внезапно. Там футболисты были, был хоккеист, Черепанов, молодой парень. Это практически всегда врожденное заболевание, в основном гипертрофическая кардиомиопатия. Когда сердце гипертрофировано, очень толстое, мощное, и эти люди могут переносить любые физические нагрузки и кажутся более здоровыми, чем все остальные. Но потом внезапно умирают от аритмии. Это тоже мы можем выявлять довольно просто, и это в основном семейная история, и можем этих людей лечить очень эффективно. Но опять же, они, если в семье этого не было, это первый человек, у которого произошла мутация, он может об этом не знать. Ну, то спортсмены есть, уже обследуют регулярно. Спортсмены вот смотрят. Нет, так в том-то и дело. Профессиональные спортсмены, они под прикрытием, их обследуют довольно внимательно. Хотя многие профессиональные спортсмены тоже умирают. Вот я об этом говорю. Да. То есть, получается, недообследовали? Да. Либо не заподозрили, что у человека может задача быть такое. Была, нет, нет. Иногда можно человека обследовать очень подробно, и вы никогда... Нельзя всех обследовать на все. То есть вы не можете человека обследовать на все. Он помрет, пока вы будете обследовать. Не, серьезно. А?
Нет, сегодня у нас мы можем за одного, за один день человека с ног до головы просто по молекулам разложить. Вообще не проблема. Но, во-первых, это очень дорого. Если у вас спортсмен, который там единственный в мире, да, который там что-то делает, то да, вы будете его обследовать, исключать у него все патологии, генетические, негенетические и так далее. Но когда это просто спорт высоких достижений, то я обследую очень много спортсменов, я обследую, есть люди, которых обследуют даже более внимательно, чем спортсменов, это космонавты. Да, и я со многими из них дружу, и многие из них прошли через меня, начиная от Алексея Архиповича Леонова, Ивантина Владимировна Терешкова, и до тех, кто сейчас летает. И вроде бы это должны быть, ну, супер обследованные люди, ну, совсем уж. Но мы у них находим иногда тоже какие-то вещи, и часть из них не может продолжать там, тренировки, и они уходят из отряда космонавтов. Хотя у части людей, наоборот, мы говорим, что... У нас был случай недавно. Значит, дочь Валентины Владимировны Терешковой, Лена, она была многие годы главным врачом Аэрофлота. И поскольку мы с ними дружим, то она присылала ко мне пилотов. И а ее муж пилот на дальнемагистральных линиях. И он прислал своего второго пилота, у которого на обследовании нашли тяжелую бляшку в сонной артерии. И сказали, что ему больше нельзя летать, потому что в любой момент может быть инсульт. Мы его соперировали, бляшку вырезали, он стал совершенно нормальным. Его тут же комиссовали. Мы сказали, нет, ему тогда нельзя было летать, сейчас ему можно летать, ему сказали, нельзя. То есть часть вещей мы можем вылечить. И больной человек может стать совершенно здоровым и может дальше бегать, прыгать и заниматься любой физикой. Скажите, пожалуйста, вот когда у подростков да. развивается синусовая тахикардия, да. можно циклическими видами заниматься? Конечно. И если он будет заниматься циклическими видами, то она у него пройдет. То есть это не против? Нет. Синусовая тахикардия – это как бы вариант нормы. Особенно у молодых, у мальчиков и девочек, особенно в переходный период, там, до 18 лет. Может быть, без проблем. Люди умирают периодически во время занятий. Умирают? Да. Но я вам так скажу. Было принято в 2015 году определенный документ Всемирной организации здравоохранения, там документ о правах человека на сексуальную свободу. Да? Вот есть права человека, есть документы ВОЗ, которые гарантируют всем медицинскую помощь, а тут как бы о... Как по-русски сказать? Ну, о сексуальной свободе. То есть человек имеет право выбирать себе партнера там, и так далее, и так далее. И там есть очень большой медицинский раздел. Потому что вот вы опоздали чуть-чуть, а мы об этом начали говорить. Вообще, половая жизнь является очень важной частью общей жизни для большинства нормальных людей. И, к сожалению, многие, я говорю как кардиолог, многие пациенты, которые приходят к кардиологу, либо приходит к какому-то другому врачу, почему-то исключают эту часть своей жизни. Для кого-то это нормально, для, наверное, небольшого количества людей, для большего количества людей это ненормально, но они это ни с кем не обсуждают, и у них это никто не спрашивает. А сегодня у нас есть возможность человека вернуть к нормальной физической активности, в том числе и к нормальной половой активности. Вот. Поэтому вот эта тема секса и сердца сегодня очень актуальна, тем более я вам говорил, что очень часто... У женщин это не так связано с сердцем, а хотя все-таки вот после наступления менопаузы, да, когда падает концентрация женских половых гормонов, нарушается функция регуляции сосудистого тонуса, и у женщин опять повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. А у мужчин есть даже такая формула ЭД равняется ЭД. Значит, эректильная дисфункция равняется эндотелиальной дисфункции. Я вам говорил про эндотелий. Да? И эректильная дисфункция чаще всего это следствие эндотелиальной. До недавнего времени, пока не появилась Виагра, собственно говоря, которая сделала переворот в андрологии, считалось, что большая часть эректильной дисфункции или импотенции, как ее все называют, это психоэмоциональные или неврогенные какие-то состояния. Это человек просто не уверен в себе и так далее, и так далее. Но сегодня мы знаем, что 95% дисфункции – это сосудистые дела. Когда просто нет притока крови к половому органу, соответственно, он не может поддерживать эрекцию. Но почему это возникает? Потому что у человека эректильная дисфункция, у него нет... У него утрачена или нарушена способность эндотелия вырабатывать определенные вещества, чтобы сосуды расширялись и обеспечивали увеличенный приток крови. Но все было бы просто, если бы это было только вот внизу.
Но дело в том, что все сосуды в организме устроены одинаково, и мы знаем, что сегодня эректильная дисфункция является верхушкой айсберга вообще глобального сердечно-сосудистого заболевания. Поэтому мы таких пациентов активно выявляем. У многих из них тяжелейшие заболевания сердца, которых они не знают, и мы их можем спасти от внезапной смерти, либо от инфаркта, сердечной недостаточности и так далее. Поэтому, во-первых, если у человека эректильная дисфункция, мы должны его обследовать с точки зрения кардиологии. И другая проблема, если у человека заболевание сердца, да, слушай, у тебя был инфаркт, о чем ты еще, какие женщины? Нет, для кого-то это очень важная часть жизни. Но ему никто не скажет, как этим заниматься, можно ему или нельзя, и как сделать так, чтобы все было нормально. И это очень-очень большая проблема сегодня во всем мире. Я вам сказал, что половой акт, в принципе, это 5-6 метаболических эквивалентов. Если мы пациента ставим на беговую дорожку, мы можем проверить, он может выполнить эти эквиваленты или нет. У него есть какие-то изменения. Если у человека нет никаких изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, при наличии ишемической болезни сердца, при наличии операции шунтирования, протезирования клапанов, имплантации стимуляторов там, и так далее, пересадки сердца, не проблема. Если он спокойно переносит эту нагрузку, значит, он может перенести любую другую нагрузку. Но если ему это не сказать, это будет проблема. Другая проблема в том, что некоторые препараты, в основном препараты, снижающие давление, а это самая большая проблема артериальной гипертензии, они подавляют эректильную функцию. Мочегонные препараты, говорят про бета-блокаторы, хотя это не совсем доказано. И пациенты, зная это или где-то слыша это, они эти препараты перестают принимать, чтобы у них все было нормально в плане половой жизни. И они могут иметь осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. Третья очень важная проблема в том, что сегодня есть огромное количество способов дешево купить Виагру или ее заменители. То есть сама Виагра, она дорогая, оригинальный препарат, но сегодня много китайских, индийских, российских препаратов. И пациенты принимают эти препараты и имеют осложнение, поскольку вот все эти ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа, Виагра, Сиалис и Левитра, несовместимы абсолютно с какими-то нашими препаратами, с нитратами, например. Да, вот их нельзя принимать. Был известный фильм с Джеком Николсоном, если помните, когда его везут в больницу, и там жена и любовница, у него острый инфаркт. Ему ставят капельницу, и его спрашивают, вы принимаете Виагру? Он смотрит на девушек и говорит, вы что? Говорит, хорошо, что нет, иначе этот препарат бы у вас вместе с Виагрой вызвал остановку сердца, и он вырывает у себя катетер, плевать на женщину. Да, не помню, как этот фильм называется, замечательно. Вот. Вот это проблема. То есть они могут принимать эти препараты, но если им объяснить, это значит, что они не могут принимать Виагру. А Виагра, совершив переворот, она многих людей, которые себя чувствовали ущербными, сделала абсолютно нормальными. Это действительно великий препарат, вся эта группа препаратов. Но их надо правильно применять. А сегодня люди не умеют их применять, либо пользуются какими-то всякими вот травяными, то, что по телевизору рекламируют, всякие травяные экстракты, даже не знаю их названия. В общем, все это неправильно. Поэтому вот секс и сердце, я буду лекцию читать большую 17 июня на Конгрессе мужское здоровье в Казани, как раз вот на эту тему. Потому что эта тема очень важная, и она сегодня становится все больше и больше кардиологической, уходя из уроандрологии. Потому что в урологии все, ты даешь Виагру, и, ну, Виагра — это общее название для всех этих препаратов. И проблема чаще всего решена. Но вот возникают проблемы с точки зрения кардиологии, кому можно, кому нельзя. В большинстве случаев можно, как применять, как сочетать с другими препаратами и так далее, и так далее. Поэтому вот, не знаю, как к бегу, значит, во время бега просто очень трудно, но физическая активность, безусловно, повышая выносливость общую, только может улучшать все это дело, и особенно влияя хорошо на сосуды. То есть... В Америке многие спортсмены, даже там элитные, да, используют, например, марихуану для... Ну, марихуана вообще не наркотик, это не проблема. Я могу сказать... Нет, я могу сказать, что сигареты, никотин... По силе физического и психологического, физической и психологической зависимости сильнее тяжелых наркотиков. Тяжелый, поэтому, да. Конечно, абсолютно. Поэтому марихуана, которая сейчас во многих штатах разрешена или даже может выписываться по рецепту пациентам, скажем, с онкологическими заболеваниями и так далее,
сегодня она переходит из разряда наркотиков в разряд, скажем так, не очень полезных развлечений. Ну, сигареты же мы с вами это обсуждали тоже, когда это были лекарством. Сигареты так себе. Может быть, марихуана тоже пройдет? Кока была лекарством, кокаин. Значит, курение – это вред. Я про курение скажу только одно, что нет ничего хуже, что можно с собой сделать добровольно, чем курить. Поэтому много мифов о курении, что если ты 40 лет курил, то курить, то вредно бросать – это неправда. Что если ты куришь легкие сигареты, то это не вредно. Тоже не, да, если на сигаретах пишут легкие, то на водке надо писать печень. Да, значит… Значит, это тоже неправда. Значит, курение вредно в любом виде, в любом количестве. И активное курение, и пассивное курение. Пассивное курение не менее вредно, при том, что курящий вдыхает чаще всего табачный дым через фильтр, такой или сякой, а пассивный курильщик вдыхает весь необработанный, скажем так, табачный дым. Смотря что у вас, если там есть табак, то да. Если там есть просто фрукты какие-то, то... Электронные сигареты — водяной пар. И они, там есть никотин. Нет. Там есть водяной пар, и там есть немножко никотина, чистого никотина. Поэтому, значит, обычные сигареты — это никотин плюс огромное количество вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме и в папиросной бумаге особенно. Это оксиды азота, которые повреждают дыхательные пути. Это бензолы, это алифатические углеводороды, это смолы, которые вызывают рак, и причем рак легкого не на первом месте. Рак мочевого пузыря, рак кишечника, рак прямой кишки, в том числе, это все последствия курения. То есть все связывают в первую очередь с раком легких, но не только, потому что легкие, как бы, понятно, они первые на пути табачного дыма. Это все попадает в кровь, вот. Но курильщики умирают не от рака. Курильщики умирают от инфарктов, у них очень плохая эректильная... В общем, курение убивает сосуды. Это импотенция, инфаркты, инсульты, слепота, гангрены ног, почечная недостаточность и так далее. Поэтому курить плохо в любом виде, в любом, в общем... Разобрали. Да. Ну, то есть, нет, ни од... значит, человек курит 50 лет, я не хочу бросать, я... не принимается. Всегда цель кардиолога – это полный отказ от курения, полный отказ от курения. Я перешел с 25 сигарет, я знал человека, который курил 100 сигарет в день. Это был, ну, сейчас можно говорить, это был Муслим Магомаев, да, который был совершенно необожаемый мной человек. Вот он 5 пачек выкуривал, и только курил Мальборо, у него дома лежала на комоде эта огромная коробка. Вот. Он достаточно долго прожил, да, у него были какие-то проблемы. Вот, но это, конечно, какой-то экстравагантный случай. Хотя есть люди, которые курят 2 пачки в день, и если они переходят на 1 пачку, они считают это большим достижением. Это никакое не достижение. Значит, полный отказ от курения. Это принципиально. Это что значит такое? Ну, когда кто-то курит. А? Просто там прошел. Нет, пассивно это когда вы... Пассивно? Нет. Пассивное курение, когда вы находитесь в комнате, где кто-то курит. Ну, на улице нет, конечно, но когда вы вдыхаете, выдыхаемый кем-то, табачный дым. Вот это пассивное... Ну, плюс он и без выдыхания сигарет сходит. Вот это и есть пассивное курение. Значит, трубки и сигары — все одно и то же. Была большая история. Филипп Моррис, компания, заплатила, об этом не говорят они, 1 миллиард долларов, там, по-моему, в 92-м году, точно не помню, за то, что они скрывали достоверные данные о очень большом вреде пассивного курения. То есть пассивное курение очень вредно. И обычно курят мужчины, а пассивно курят дети, пассивно курят там женщины и так далее. Поэтому курение вредно в любом виде. Значит, сигары, трубки, сигарилы, сигареты. Все. А вот вопрос, допустим, человек курил там 40 лет, да, например, он бросает курить, и через какое время там его сосуды возвращаются? Если он 40 лет курил, никогда не возвращается. Но они не становятся хуже. Конечно, они становятся хуже. Ну, наркотики тоже, наверное, пропустим, да, тут целом? Ну, наркотики, значит, есть наркотики, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и не влияют. На сердечно-сосудистую систему в первую очередь влияет кокаин.
поскольку кокаин является очень сильным сосудосуживающим препаратом. И кокаин долгое время используется в медицине. Например, лор-врачи его втирали в слизистую носа. Во-первых, потому что он вызывал анестезию перед операциями. И, во-вторых, он вызывал спазм сосудов, и не было кровотечения. Значит, все, что мы используем для обезболивания, лидокаин, новокаин, ксилокаин и так далее, это все производные кокаина. Поэтому они заканчиваются на каин. Кокаин – это первый местный анестетик. Лидокаин, которым всем колят в зубы, это тоже как бы является, это очень сильный антиритмический препарат, последствием и каким-то результатом химической модификации кокаина. Да, вот все местные анестетики, каин – это производные кокаина. Но кокаин вызывает еще и сильную психологическую зависимость, физическая меньше, но это очень сильный сосудосуживающий препарат, поэтому, во-первых, есть кокаиновые инфаркты, человек вдохнул кокаин, у него произошел спазм сосудов, спазм коронарных сосудов, и произошел инфаркт. Это, у меня даже была такая пациентка из нашей страны, которая в Нью-Йорке училась, там, из какой-то богемной семьи, один раз она попробовала кокаин и закончилась инфарктом и операцией в Нью-Йоркском госпитале. 18 лет. Да, замечательно, она родила уже. Вот. Замечательная девочка, да, но вот по дуре, как говорится. Да. Вот в этом проблема кокаина. Он может вызывать, а, спазм сосудов и тяжелые коронарные проблемы, б, он может вызывать тяжелые аритмии. То есть вот это серьезно. Другая часть наркотиков – это опиаты. Это морфий, героин, там, метадон, все, что воздействует на опиоидные рецепторы. Собственно, тут сердечно-сосудистых проблем прямых нету, они все угнетают дыхание, у них у всех очень сильный там рвотный рефлекс и так далее, но наркотики – это плохо, что тут говорить. Но вот, как кардиолог я говорю, что, например, первый препарат, который мы делаем при инфаркте – это морфин, чтобы снизить, убрать боль и немножко человека расслабить. Но это не значит, что это хорошо. В нашей стране немножко по-другому относятся к наркотикам, чем в других странах. Мы знаем все эти истории про онкологических больных и так далее. Значит, наркотики сами по себе не такая проблема, как все, что вокруг них. Это, во-первых, инфекции, это ВИЧ и другие какие-то инфекции, которые передаются через наркотики. Ну и связан с этим криминал. То есть для собственного здоровья, да, наркоман, конечно, заканчивает жизнь плохо, но не будем про это. Наркотики плохо, короче говоря. Осталось. Значит, алкоголь. Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах, как мы знаем. Значит, есть знаменитая средиземноморская диета, которая достоверно продлевает жизнь. Она содержит три компонента. Первое – это большое количество полиненасыщенных жирных кислот, то есть, грубо говоря, оливковое масло. А второе – это большое количество морепродуктов, которые содержат очень много веществ, защищающих сердечно-сосудистую систему. И в-третьих, это обязательно умеренное потребление алкоголя, которое принято во всех средиземноморских странах, поскольку они все выращивают виноград, делают вино. Это Греция, Испания, Италия, Франция, там, Израиль, Северная Америка и так далее. Поэтому с точки зрения кардиологии алкоголь полезен, но не больше 30 мл в пересчете на чистый спирт. То есть 30 мл чистого спирта – это примерно 50-60 грамм водки, это бутылка пива, это 1-1,5 бокала вина. То есть в пересчете мы пересчитываем на чистый алкоголь, на чистый этиловый спирт. Значит, единственное, надо сказать, что пиво само по себе является плохим напитком, поскольку в пиве очень большое количество, там алкоголя мало. Там много другого. Там очень много пуринов, из которых образуется мочевая кислота. Там много других соединений, которые нагружают очень сильно организм. Это очень много жидкости. То есть после забега поэтому нельзя, да, литр пива? Нет, литр пива нет. Я вам скажу, был первый пациент в 1997 году, которому пересадили искусственное сердце. Был такой Новокор проект во Франкфурте. Пересадили искусственное сердце 46-летнему немцу. И он 2 года с этим искусственным сердцем прожил. И у него собственное сердце восстановилось. То есть это собственное сердце остается, и туда всаживается еще механический насосик такой. У него собственное сердце восстановилось, из него искусственное сердце извлекли. И остался 48-летний уже здоровый мужик. Он уехал во Франкфурт себе домой, в деревню, на радостях созвал друзей, выпил 6 литров пива и умер на следующий день. После этого я всем говорю, что пиво пить
вред. Значит, сейчас я скажу. Значит, в принципе, очень много врачей против алкоголя, гастроэнтерологи, неврологи и так далее, психиатры. Это раз. И во-вторых, в нашей стране эту проблему обсуждать очень сложно. Когда говорю, что алкоголь полезен в маленьких количествах, то мне говорят, ну, мы как начинаем, мы меры не знаем. Но в принципе, умеренное потребление алкоголя снижает холестерин, снижает вязкость крови, улучшает эндотелиальную функцию и очень благотворно влияет на весь организм. Но, опять же, не больше, чем 30 мл чистого спирта. Дальше начинаются токсические эффекты и на поджелудочную железу, и на сердце, есть алкогольная кардиомиопатия и так далее. Это в сутки. Это в сутки. Всемирная организация здравоохранения говорит, что нет безопасной дозы алкоголя. Вот буквально недавно читала на сайте Всемирной организации здравоохранения статью о том, что нет безопасной доли алкоголя. Не слушайте их. Слушайте. Не слушайте. Есть ли разница между употреблением алкоголя, вот этих, там, сказать, 30 мл после тренировки или в обычный день по воздействию на время? Хороший вопрос. Вообще, после тренировки лучше не употреблять алкоголь, потому что алкоголь вызывает дегидратацию. Он вызывает диурез, у него есть небольшой диуретический эффект, и вы будете терять больше жидкости. Поэтому после тренировки алкоголь лучше не употреблять. Через какое время можно? Минимум через час можно тренироваться. Если вы выпили алкоголь, через какое время можно тренироваться? Да. По-настоящему? Ну, я имею в виду, что... В смысле, по-настоящему? Ну, то есть не просто... Нет, но бегать... Вообще, если выпить, там, скажем, 100 мл чистого спирта, то организм выводит это почти 6 месяцев. То есть продукты распада. Да, это довольно долгая история. Поэтому если вы выпили немножко, то часа через 2 не раньше. Если вы выпили достаточно много, то лучше в этот день не заниматься спортом. Потому что алкоголь превращается в определенные вещи. Сам по себе спирт не вреден. Но его продукты его распада... Они вызывают ацидоз, они вызывают изменение состава крови, вот того бензина, с которого мы начинали. Поэтому сердцу не очень полезно питаться этой кровью и давать эту кровь всему организму и так далее. И накануне забегов, то есть часто в воскресенье какие-то старты, там марафоны, полумарафоны, в которых мы принимаем участие. И в субботу, если это за границей, там, как раз в Италии. Да. Во Франции. Нет, опять же. Всегда ученикам рекомендуем в субботу воздержаться. Воздержитесь, да. Ну, максимум один бокал сухого итальянского нормального вина. И то не в час ночи, а где-то в 6-7 вечера, чтобы до следующего утра максимальное количество этого алкоголя из вас вышло. Потому что не надо рисковать, у вас будет возможность после, поэтому действительно, если есть там необходимость выпить, то... Механика, то есть причина — это как раз дегидратация. Основная. Первое — это дегидратация, во-вторых, продукты распада. Да. Скажите, вот про спазм сосудов. Да. Вот, все-таки, полезно это или нет после бани, когда ты в холодную прорубь? Насколько это вообще... Вот я слышала, допустим, если в холодной воде уже купаться, то нужно обязательно с головой, чтобы не было спазма. Но если вы прыгнули в воду, то сложно как-то голову оставить сверху? Просто в холодной воде. Кто-то купается, допустим, А вы имеете в виду в проруби просто купаться? Просто вот водоеме с холодной водой, можно окунуться, или уже надо... Это кому как, кто-то потихоньку, пока там пальчики, потом по щиколотке, потом по колено, кто-то берет и прыгает сразу. Значит, прыгать сразу на самом деле не очень хорошо, это опасно. Может произойти спазм, мы знаем, от холодной воды. У нас даже в кардиологии есть проба холодовая, когда у пациентов есть определенный вид стенокардии, ишемическая болезнь сердца, когда у них не бляшки в коронарных артериях, а у них сосуды спазмируются. Это особенно у эмоциональных людей. Мы делаем холодовую пробу. Мы накладываем им грелки со льдом на внутреннюю поверхность локтевых суставов. Здесь у нас очень чувствительная кожа. И у них спазм, и тут же у них начинаются боли. Мы это видим, там сердце перестает сокращаться в каких-то областях. Поэтому это может быть опасно, если сразу зайти в холодную баню, в холодную воду. Особенно вот когда вы сидите, обычно это не из бани, после сауны, когда вы в бане, у вас максимально расширенные сосуды, если вы прыгнете в абсолютно ледяную воду, то они могут сузиться, но все равно не закроются полностью. Поэтому это полезно для сосудов или не тренировка? Это приятно. Никакой пользы. Нет, сама по себе баня полезна, потому что мы сильно потеем, и через кожу выходит очень большое количество вредных веществ. Да, очень большое количество шлаков. Опять же, очень важно восполнять жидкость, и ни в коем случае алкоголь в этой ситуации не употреблять. Даже самый простой, как пиво, это потом.
Когда вы вышли, остыли, там прошло какое-то время, полчаса, а лучше час, ну, вы уже восстановились, да. А так лучше этого не делать. Вот. Поэтому вот когда из сауны прыгают в холодную купель там, или обливаются холодной водой, это просто удовольствие какое-то, азарт, что-то. Что? Инсульт? Нет, инсульт нет. Да, кто-то... Вопрос немного связанный с баней по поводу микроциркуляции крови. Если да. у человека в порядке все сосуды, полностью коронарные, чистые да. сосуды, все остальное, но угнетённая вот именно микроциркуляция, показанная в бане и так далее, это вообще на что влияет микроциркуляция? Показать чего это? Микроциркуляция – это самое главное. Я вот в прошлый раз говорил, если все сосуды человеческого тела выстроить в ряд, то получится примерно 90 тысяч или 100 тысяч километров. Это 2.5 раза вокруг экватора. То есть все сосуды человеческого тела... Одного человеческого тела. Это минимум 90 тысяч километров, из которых процентов 90 – это микроциркуляция. То есть микроциркуляция – это именно то, где и происходит, собственно, этот газообмен, обмен питательными веществами, отбор у тканей продуктов распада, углекислого газа. Поэтому для нас микроциркуляция гораздо более важна, чем эти магистральные сосуды. Поэтому это очень важно. Как ее повышать, если говорят, что у тебя понижена микроциркуляция, а все остальные сосуды как бы... А кто вам может сказать, что у вас понижена микроциркуляция, знаете? Есть такие... диагностируют то самое. Послушайте, значит, сейчас такое количество аппаратов, чтобы пациента завлечь, посадить на крючок и обмануть. У нас сегодня есть абсолютно точные способы измерения микроциркуляции. Мы изучаем, где мы можем видеть сосуды. Под ногтем, да, под кожей мы не видим, под ногтем. И на глазном дне. Мы напрямую видим сосуды. Еще у некоторых людей мы можем смотреть на мочке уха. Вот, в общем, три места. Это глаз, мочка уха и ногтевой ложе. И мы можем действительно измерять микроциркуляцию, смотреть ее состояние. Во-первых, этого почти никто не делает. И во-вторых, микроциркуляция такая вещь, она зависит от множества факторов. И сказать, что у человека она плохая или хорошая, очень сложно. В принципе, физическая активность должна улучшать, конечно, состояние микроциркуляции, потому что это для нас гораздо важнее. Это главный фактор, который обеспечивает нашу жизнь. Это микроциркуляция в наших сосудах. Как контролируется здоровье сосудов? Вы говорите, у человека пока ничего не болит, типа и хорошо, но это же не дело, да, надо как-то... Я понимаю. Значит, признаки, ну, например, как мы можем увидеть сосуды, мы можем увидеть сонные артерии. Коронарные артерии увидеть можно, но сложно, без залезания внутрь. Что мы делаем без проблем. Но сонные артерии можно делать с помощью ультразвука. Это называется дуплексное сканирование сонных артерий. Мы ультразвуком видим артерию, мы видим кровоток в артерии, мы видим стенку артерии, и мы можем увидеть, есть там холестерин, нету. Есть атеросклероз, нет атеросклероза. Если это есть в сонных артериях, то это может быть во всем остальном организме. Чаще всего это есть и в коронарных, и в других артериях. Первая история. Вторая история гораздо более интересна. Мы можем напрямую изучать эндотелиальную функцию путем измерения плечевой артерии, тоже с помощью ультразвука. Мы смотрим плечевую артерию в покое, потом мы человеку пережимаем предплечье на 5 минут с помощью обычной манжетки для тонометра, отпускаем ему и смотрим плечевую артерию опять. Значит, очень интересная история, ее описал Дэвид Целлермайер, и я даже был одним из первых испытуемых в этом исследовании. Значит, вы здесь пережимаете измеряете плечевую артерию, а пережимаете здесь. И на 5 минут. За это время рука становится темно-синей, ну, понимаете, очень сильно болит, потому что крови нету. Все сосуды пустые. Вы отпускаете, и туда резко устремляется кровь. Ускоряется кровоток через плечевую артерию. Эндотелий это чувствует, что кровь начала течь быстрее. Он начинает выделять определенные вещества, которые заставляют артерию расширяться. И вы должны это увидеть, как она расширилась и увеличился объем крови. Простейший тест. Конечно, делать. Ну нет, в смысле, с помощью ультразвука. Мы смотрим на экране прибора. И вы сможете поставить диагноз эндотелиальной дисфункции, либо сказать, там, что у человека нормальная эндотелиальная функция, и мы можем влиять на эндотелиальную функцию. И с помощью препарата, с помощью физических нагрузок, с помощью там, тех же умеренных доз алкоголя. Есть много возможностей. Да, изменение диеты, включение определенных веществ, там, оливкового масла и так далее. Хочется вернуться к теме холестерина. Можно же говорить, что работа в анаэробном максимальном режиме сердца ведет к сжиганию холестерина.
пиво к холестерину не имеет отношения. Макдональдс на самом деле тоже не имеет большого отношения к холестерину. 90% холестерина в нашей крови синтезируется в печени. То есть, что бы мы ни съели на самом деле, очень мало из этого попадает в кровь. Большая часть превращается в желчные кислоты и выводится потом скалом из организма. Вот. Значит, у вас по-другому стала работать печень. Холестерин не сжигается. Единственный способ, такой главный, устранения холестерина из организма – это его перевод в эфиры, в первую очередь в желчные кислоты, и затем его удаление вместе с желчью из организма через кал. Поэтому есть много препаратов, которые связывают желчные кислоты в организме. Да, холестерин попадает в кишечник, но затем эти желчные кислоты дальше по ходу движения вот этой массы обратно всасываются, из них обратно ресинтезируется холестерин. То есть такой круговорот холестерина. Есть препараты, которые связывают желчные кислоты, и они обратно не всасываются, падает концентрация холестерина в крови. Любые нарушения, скажем, питания, когда у человека появляется склонность к диарее, когда быстрее идет пассаж содержимого, это замедляет обратное всасывание желчных кислот, концентрация холестерина снижается. Но все-таки главные препараты сегодня, которые используются для снижения холестерина, это статины. Препараты, которые блокируют синтез холестерина в печени. Они ингибируют определенный ключевой фермент в биохимической цепочке синтеза холестерина, и поэтому холестерин снижается. Сжечь холестерин физической нагрузкой невозможно. Если, ну вы сказали, что если кто-то хочет обратиться, хотя бы направление в какую сторону и где вас можно? Юго-восток. Нет, я работаю в двух местах. Это там институт Бакулева, где я проработал 23 года, и там я остался на полставки на Рублевском шоссе. Но главное — это университетская клиника Московского университета, МГУ. Если вы знаете новое здание библиотеки на Ломоносовском проспекте, это практически там задней стороны. Если смотреть на него лицом, то сзади чуть-чуть правее. Да? Медцентр, медицинский, вы набираете медицинский центр МГУ, и у вас выскакивает сайт у нас, ну, найдете сами. Да. Спасибо большое, что пришли, спасибо еще раз, Симон.